Здорово, мужики. Доброй ночи, доброго вечера. Может, у кого-то уже рассвет. С вами снова я, Максон. Рад видеть всех, кто сейчас смотрит это в лайве. Спасибо, ребята, что вы здесь. Столь поздний час для меня. И всех приветствую, кто сейчас находится в записи. Здорово, мужики, здорово. Да, деньки последние несколько... парочка. Кстати, с Новым годом, ебать. С Новым годом! Это же первый подруб у меня. Первый подруб в этом году. Деньки были, конечно, веселенькие, ебать. Ничего не могу сказать. Для тех, кто читает телегу... А те, кто не читает, начните читать. Там текущая ситуация, текущая обстановочка. Надеюсь, все разрешится. Но там пиздец, пиздец, мужики. Все, я понял. Да. Теперь... Алло. Здорово, Тереха. Привет, здорово. И что ж теперь делать-то, блять? Здорово. Что такое, что случилось? Ничего. Захватываем Radio or Not. Ты будешь? А не работает? Не работает. Работает нормально вроде. Все красиво там должно быть. Так. Так. Меня, по-моему, захватывается потихоньку, но я не уверен. Удивительно, что курсор у меня на рабочем столе, оно захватывает Radio or Not. Я вижу, как и там работаю. А ты, Тереха, играл уже в нее? Не, я не играл, но ебать. Я не только с вами. На самом деле, в реале я, типа, чувствуется острая нехватка в лучах. Согласен, пёсель, у меня тоже. Посылайте лучи добра, шутки, с разведки деда на лампу. И позже закончишь. А? Будешь крутить? Синглы, как... А, так еще не включили, вроде бы утром включат в 6 утра. Завтра покручу. Я, кстати, наверное, скоро проведу аукцион за баллы канала. Про что игра-то, ребята, игра, короче, про... Где можно будет выбрать игру, которую я поебашу. Про торговлю. Про торговлю всем. Да, и... торговлю всем вообще. И людьми, и наркотиками. Ко мне. Маша, кстати, еще спрашивает. Заходишь в правом нижнем углу, просто нажми на кнопку там, где Максим. И у тебя сразу в лобби к нему зайдет. Я прошу только, смотрите, куда стреляете. Тут пиздец, потому что... Да, тут два выстрела, ты умер. А где игра вообще находится? Я чуть не могу найти. Она в Стиме, точно? Да, да. А ты радос с нами надолго? Да, да. Отлично. Блин, нас сколько? Нас четверо, да? Таблетки! Это Лиза, Лиза мне говорит, 10 часов вечера, не кричи, пожалуйста. Громко очень. Бля, кричи громко, слышишь? Чел, ну у меня же есть. У меня же есть еще сосед снизу и сбоку, правильно? А, ты еще даже не скачал? Я не скачал, она большая? Она дохуя стоит, кстати. У Лизы сегодня первый день кончились таблетки, мужики. У меня этот пушка, я взял пейнтбольная парня. Идем ко мне. Нет, нет, Радуга, иди сюда. Неэффективно. Я подожди, бери что-нибудь прям, что убивает, блять, я тебя прошу. Ну, дробовик с пулей убивает? Должен. Игру на Твиче не забудьте понять. Ковер, напиши, пожалуйста, с вальксательный знак гейм или казах, кто-нибудь из вас. Помянем. Радос, я сейчас тебя проведу по-быренькому. Выбери любую пушку. Ну, ХКшка клевая, кстати, я вот с ХКшкой работал. Она стены прошивает, типа, круто очень. Магнум точно должен пробивать стены. Магнум в смысле пистолет? А главное оружие какое ты будешь брать? А мы хотим именно по жесткому или так, типа, не убивать? Нет. Ну, то есть ебашить уёбков. Давай сначала ебашить уёбков, а там определи. Ты даже не представляешь, насколько эти уёбки жесткие. Бля, ебать. Я у ребят немножко смотрел всякие клипмейки там. Там пиздец. Хотел Инсайза позвать в этот, в Radio or Not, а он играет бесконечное лето, мод на Сталкер, ёпта. На Скадовске там какой-то у него диалог, блядь. Бля. Что за пиздец? Или не, или нормально. Ох, мужики. Ебанутый дед Максим по утрам. Подождите меня буквально минуток 5, пока я... Хорошо. Это был томный вечерок 2006 года. Срочники приехали просто потренироваться в тире. Но им поступил вызов. В 2013 парк Холмс. Так, ребята, по эквипу. Кто-то берите таран. Я хочу со щитом походить. Я взял щит Макса. Я, в принципе, взял, короче, камеру себе, чтобы сувать ее там в разные места. Так, у него камера, у меня щит, но я его сейчас поменяю, я не хочу щит. Таран возьмешь? Да, возьму таран. Там еще есть подпорка, типа, подпирать двери есть. Да, я знаю. Но подпирать двери нужно для того, чтобы, типа, за тобой не заходили. Я взял таран, мужики. Да, они бегают, поэтому подпорка тоже нужна. Мужики, сейчас как ёбну, блядь. Я возьму.
На нахуй. Блядь. Интересно, а можно Тараном уебать своего? А я вот даже не знаю, надо бы попробовать. Здорово, Арго, здорово. Дробовик для дверей топ. Да, дробовик можете кто-то взять. Ну, у меня просто уже со мной есть дробовик, или не брать. Давайте я возьму тогда не со мной дробовик, а так дробовик. Возьми, возьми. Просто, ну, я типа со штурмовой, пистолет у меня Magnum, С4, флешбенги и... Как пушку прямо навешивать? Там, батюшки, флешки. Сватблок потом навешивать тоже. Вот сюда вот, на стол вроде. Твои 220, лови пятеню. А запись будет? Викол пи. Будет запись. Тут у меня идет ставка канала, закончим ли мы первую миссию без смертей. Да, Максим, давай в первый дом пойдем. Можно поинты заработать? Да, я туда и поставил, он стоит, наркопритон. Без смертей каждый или типа пройдем ли мы? Какой-то блум включен, мылит все, секунду. Вообще не включен, но я могу вам немножко сглаживание подкинуть, если честно. Я себе выключаю сглаживание, вы же меня знаете. На медиум. Да, вот так вам сделаю. Ебать, он резкий какой. А там где есть пушки еще... можно потестить? Внизу, наверное, только? Нет, иди сюда, еще не все. Раду, иди сюда. Раду, иди сюда. Иду, иду. А ты пушку уже обвесил себе, да? Все, внизу, да. Иди ищи тир тогда, там постреляешь. Так, advanced. Вот one frame limit нету. Motion blur его можно вообще выключить, кстати. Я и не знал. Дистанция, антиалиасинг, постпроцессинг. Ну то, ребят, все на эпик стоит. Я не могу ничего сделать. А что у тебя что? Мыльная типа? Ну там говорят, картинка, что там мылит туда-сюда. А хуй его знает. Ну, знаешь, что я сейчас проверю, кстати. Я сейчас проверю, можно ли в NVIDIA себе фильтр. Да, можно резкости наложить, нахуй. Так, я пойду, смотрю, школу срочника. Пойди, я тоже. А Тереху надо дождаться еще. Ну да, да. Да, да. У меня пару минут, я выставляю этот. Слышим, Universe, а я тут кнопку, я новую кнопку нашел. Какую? Гран, на самом деле, дохуя стоит. Смотри, вы знаешь QE, как высовываться, да? Да. А Alt-A, Alt-D, это прям вы полностью высовываться. А, типа это прям голову. Наклон. Наклон, типа. Нет, это полный. Q как раз голову, а Alt это с выпадом. С ножкой. На ножку смотри. Да, как в Таркове. Так я. По игровым войсе затраете? О, да, ебать. Ну это пиздец, так кстати. Есть войс, да? Это меня выглядит очень сильно. Чуть-чуть торчу, да? А ну-ка. Алло, меня слышно? Отряд. А как ты? На что? На что? На кнопочку В. Алло. Да, слышу тебя. А Раду говорит сквад по рации. А как по рации болтает Раду? Вы слышите друг друга? Да, я и слышу Муниверса. Ты в рацию говоришь, на какую ты кнопку говорил, Раду? На В в рацию. А, пошли отойдем, Максим. Давай отойдем. Алло, да. Алло, я тебя слышу все еще хорошо. Как будто ты рядом. Мы идем в одну сторону, потому что... Блять. Раду я не слышу, Раду, я тебя не слышу. Алло. Да. Здорово, Дрезин. На L менять. О, алло, я в рацию говорю, как слышно, на кнопку L менять. Алло. На кнопку L. А на L, да, все. Да, вот, наш раз, ништяк. Зацени милишку ревиком. А что там делает, скажи, мне просто... Ну ладно, сейчас поставлю. Просто у меня ствол замодифицирован, мне так лень его перебивать. Так, ну, Раду ты там уже прошел. Acceptable, да, блять. Ну я нажимаю Б, нихуя не работает. Как включить фонарик на пушке? На кнопке мыши попробуй посмотреть, есть там что-то? Пойду только в тире можно. Ну пойду схожу. Тут нельзя спрыгнуть. Войс в игре тихий. У вас Steam не лагает? Нет. Ну, типа долго обновляется. А поменяйте войс на 170. Внизу, там, где у вас микрофон, в настройках звука, поставьте 170 себе. На все. Такс. Ну, тычет он им вперед. А что, не что-то? Я Алло. У меня очень долго обновляется. Гейн поменьше. А у меня как гейн. Тоже? У тебя охуенно, ну он, блядь, аж... Гейн поменьше. Аж тепел. А ты войп волюм ставил или что, Максим, я не понял? Блядь, ты... Я гейн ставил тоже. Ну, гейн 100% я себе поставил. Я тоже 100% это, типа, слушали вроде. А войп что такое? Или тебе погромче, ты раз не слышишь, Максим? Войп это как раз, что ты слышишь, как ты слышишь. Войп, да, наверное. А ну, поговорим, Универс, еще.
Сейчас, секундочку. Рада, у тебя раз, вообще раз, не слышно? Мониверса слышно, но так себе. А, я говорю, какой-то тим, я переключил кнопку и почему-то на тим говорю, блядь. На L, на L, нажми на L. А, вот. Ты бы хотел провести гов для стримеров не из банды. Позвать, к примеру, Вуквудуши, Сильвера и еще ой. Кого-либо. Будет честно, круто посмотреть. Родос, ты честно, не очень. Раду, Раду, прием. У нас потери, бля. Сейчас, секунду. Не стреляй, не стреляй, не стреляй. Я тебя не слышу, Родос. Нажми на L. Нажми на L. Ты говоришь? Ну, уже нет, но вы меня до этого уже не слышали? Ну, как-то слышали, а потом я тебя перестал слышать. Сейчас проверю. На месте. Ну что, мужики, мы идем? Не, не слышно, не слышно, Радос. Если честно, так, я на секундочку вернусь сюда. Секундочку. По-моему... О, Радос. Ебать, а ну зажми рацию, Радос. Всем привет, ребят, да, меня зовут Максим. Да, да. Я играю на двух компьютерах. Ах, ладно, он уже выключил. Так вот. Да, меня зовут Максим, я играю на двух компьютерах. Дальше. Не слышно, Радо. Давайте, наверное, без VoIP-а, лучше в этом, в ебаном... В TeamSpeak? Да, в TeamSpeak. Там нет локального, там типа просто пиздёж, нет 3D голоса. Нет, там есть локальный, но локал ты говоришь. Так что, мы готовы, не? Тереха зашел. Я качаю, мне качать. Ну, довольно быстро, кстати. А, ты еще не скачал? Ебать, ты что, ведешь огонь? МП5 дал? Я ее только купил, если что. Я думал, но есть у Арсения, но Арсений ее, походу, рефан. Ну, перестрелку, Радос. Я поставлю сейчас, короче, дохуя загрузки, чтобы не было ограничения. А лазер? И отойду как раз в туалет, скажу. И давай, как и хорошо. Сейчас вернусь. Меня слышно сейчас, мужики, в TeamSpeak? TeamSpeak. Сделано. Ты бы хотел провести гов для стримеров не из банды? Нет, не хотел бы, ребят, не хотел бы. Убил. В рации есть локал. Локал разве 3D voice? Ну-ка, подожди. А давайте проверим, есть ли в рации, именно в локал рации, есть ли 3D voice. Да, вроде бы есть. О, локал, ну-ка проверим. Вроде бы был. А ну, мужики, вы меня слышите из конкретного места или нет? Да, ну вот я тебя слышал как будто из конкретного места, да. Да, то есть я сейчас скажу, стой на месте, да, я покружу вокруг тебя. Да, раз, да, работает. А, да? Тогда давайте говорить в локал. Так почему-то почему-то меня не слышите. Так у тебя аудиоустройство, видимо, другое стоит, потому что я себя слышу, как будто выбран микшер, именно колонка. О, действительно, я слышу Максона. Я вас реально слышу, ребят. Проверять магазины, знаешь как? Ну, что-то в духе Alt-T? А, R зажимать, да, вон точно. Можно, мне нравится вот это. Ну это, конечно, ХПС-ковый. Ебать, нихуя себе там. Это вечеринка у кого-то? У меня пистолет забудешь же. Да пусть остается ревик, блядь, с ревика похуярю. Какое чувство, блядь. На тот свет сразу. Здорово, аутце. Игрушка топовая. Надеюсь, будут развивать. Не пожалел, что купил сам. Спойлер, вам пизда, хёх. Чёх. Всё. Раду. А, понял. Это Папа Джонс. Раду, я слышу себя два раза. О, оно простреливается буквально. Лап, ты будешь душек с курицей или с говядиной тебе приготовить? Естественно, с говядиной, дорогая. Put your hands up. Приготовить. А, кстати, тут еще двери можно открыть раз. Вот можно так открыть. А еще есть двери? А есть еще двери? Я хотел бы двери помочь открыть, показать, как можно. А, пошли. А вот одна дверь есть, где радуга была. Вот? Да. Шус, с наступившим. Спасибо. Желаю всего самого наилучшего в новом году. Будет ли ближайшим будущим гов? Не уверен. Можно через C2, можно чуть приоткрыть.
Типа посмотреть. А можно прям жестко открыть. А как с ноги, слышишь? С ноги. А вот, кикдор. 5 минут так осталось. И залетел. А можно бегать в этой игре? Как-то можно. Кстати, кто-нибудь научился бегать? Что же вы делаете? Не стреляйте. Я побежал нахуй. Как бегать? Да, стяжка вам пизда. Я понял, там куча всего. Куча опций. Что есть и чего нет. Ну, короче, у меня войс почему-то не работает. А ты перезашел уже? У тебя выставлен в настройках Steam. Да. И выставлен в... В этом, в, господи, Windows. Windows тоже стоит, да. У меня просто, я до этого играл в игру, которая называется Hell... Это... Какой-то никак... Hell of Not, блядь, да? Или... Hell on. А чё он не сговорчивый-то, блядь? Go в PvP, пацаны. Прикиньте, в Таркове сделают такую... Такой мод, как Ready or Not. Наконец-то он стал посговорчивее, блядь. У них же всё тактикульное. Всё тактикульное. О, Тереха, ты тут? А нет, Тереха не тут. А с кем Тереха разговаривает? Ты ж майорс. Узнать у тебя, я подойду к тебе, ты меня будешь слышать? Да, прекрасно. Крики оперов не слышно в игре, слышно. Прекрасно. Они на звук стреляют. Если ты крикнешь вот так, типа let me see your hands, то вот тебя простреливать начнут. Ты же меня не слышишь, получается, сейчас? Нет. Я в игру говорю, просто не в ТС. А ты меня слышишь? Вот. Игра тихая. Да, я тебя слышу. Ага. Со звуком поиграем. Но мне говорят, Макс, помнишь, ты говорил, помнишь, ты говорил, типа, вот бы приседать, как в Таркове, типа, на колесико? Да. А зажми Alt и V и S, так аккуратненько регулируй. Понял, да? Прикольно. Да, прикольно, высовываться. Да. Ага. Вверх мне нравится глядеть, такой встал такой на цепочке. Оп, чё там? Как сурикат, блядь, ёбаный. Не нажимай, а зажимай, чтобы уложить людей. Зажимать? F, типа? Сейчас попробуем. Ты там уже пришел в себя? Ну-ка. Оу. Бля. Слышите, мужики. Идите нахуй, мужики. Так. Я пошел нахуй. Короче, к сути, здесь, когда нажимаешь на F, помнишь, они не садятся на колени? А если зажать, тогда они садятся вроде поинтереснее. Ебать, Цивилин килл мне дало, блядь. Нихуя, где ты его захуярил? Да похуй, посмотрим с перезапуска. Раду, теперь тебя понизят за то, что ты убил Цивилина. Рада, ты теперь военный преступник. Да, вот можно... Тереха, а сколько тебе еще качаться? Сказать, думал, можно по поху, по ПКД. 2.59, 2.56, 2.55. Минутки 23. Типа остались? Да, типа того. Понятно. Слушай, я же за полчаса к тебе пришел. Я же тебе, блядь, сказал скачать, поставить. Я думал, что, во-первых, она не весит 40 гигов, а во-вторых, я думал, она есть в Арсюхе. В том-то, а пришлось... в том-то и я проблема, думал, типа, что ты все. Думаешь, дохуя. Если бы мне ее только скачать было, мы бы уже начали. Так мне ее еще купить пришлось. You're under arrest. Я правильно понял? Тут самая простая система. То есть ты вот эти вот хуйни снизу, которые прямые, оттягиваешь на руки человека, одеваешь и после этого затягиваешь, тянешь эти хуйни снизу на себя. И все, связал получается, да? Ты про какие-то стяжки? Ну, да. Это же стяжки обычно. Ну да, ебать, сестра таланта, слышишь? Фигениальная просто. Интересно, за сколько из таких стяжек выбраться? Короче, я куплю такие стяжки, и потом на время будем выбираться из них, понял? Кто быстрее выберется? Да нет, не выберешься. Ты обычные стяжки возьми, строительные.
То же самое сделаем. Ну в станции за 30 секунд выбираешься. Ты же не выберешься. Не, серьезно я говорю, ну то сложно будет. Их только срезать, они одноразовые. Бля, ну это вообще пиздец. А, то есть ты когда их затянул, все, ты уже их не растянешь. Ну да, в обратную сторону не пойдут они. Ебать. А ты никогда не видел стяжки? Нет, я видел стяжки, но вот такого типа нет. А такие ты видел стяжки именно, которые на руки надеваются, браслеты? Сейчас посмотрю, как они выглядят. Я видел стяжки только на кабелях, блядь, понял? Ну да. Так это такая же самая система да, абсолютно. Именно. Абсолютно такая же. Ну ты ж, блядь, не кабель, правильно? Кабель. Secondary Low Tactical Battle Ram. Пистолет. Пусть будет Magnum. А, пули. Гир. Heavy Armor. Что, через стену они только так летят? Баллистический щит. Не, о, ебать. Можно без армора идти, блядь. А чё, а почему без армора? Ну, можно идти без него. Ага. Ну, блядь, тут только в тяжёлые, мне кажется, нормально жить. Без тяжёлой вообще, блядь, нет смысла играть. Ну да. Газ не бери, либо все с противогазом. Но я могу один заходить, если что. А мы ещё газ пробовали, он прикольный был. Большую площадь. А как на ловчиком охуенно. Блять, так я... громко. Вообще, выстрелы, блядь. Да, выстрелы я тоже сделал. А можно прям выстрелы потише сделать? А вот как-то да. Я сделал... Что? Скажи, да, что у тебя за аудио? Я SFX сделал. Ну я 80 поставил, а то вообще какой-то пиздец. Поставил 60. О, Муниверс, иди сюда. А я иду пушку настраивать. Иди арестуй вот того типа. Давай. Вот того, вон он впереди стоит. Вот ты зажал сейчас или просто клацнул? Один раз клацнул. Все, я понял. Раду опять гражданского убил. Отрепорти это. Да, я отрепорчу. А, он уже... О, и опять он его убил. Да, опять я убил, шо. Ты военный преступник, Радуга. А это от шлема так? У него от шлема? Тебя коцает, нет? Да, коцает, только... Бля, ему похуй вообще. Не-не, ну это типа раза два будет, и потом третий раз умрешь. Do it now. Heads up. О, пойдем-ка ему Раду проверим кое-что еще. Все, стой, подожди, стой, я там. Не устрою себя. Стой там. Я хочу семечку сделать. Куда не смотреть. Хочешь, ударить, хочешь, ударить. Ударить, давай. А я могу его, кстати, ударить, бро. Да что ж такое? Так, дай-ка я ему всажу, блядь. Ох, я тебя сейчас всажу. Не, нельзя, получается. Так, все остальное уже. А ну, а тебя? В голову. Тоже не идет, да? Меня коцает. А, нет. Убивает. А вот у меня есть дробовик, который, он, бля, по людям очень тоже плохо работает. Так, заходи через этот к вам. Да, через Steam. А что такое ПЕКА-15 лазер? Чем отличается? ПЕКА-15, это у нас в чате такой чувак, видимо, он разработал. ПЕКА-15 ИР лазер, блин. Что он дает? Ну, Максим, а стой там, можно вернуться? Я посмотрю, как далеко он стреляет дробовик. Давай. Попал, но вообще без урона. Громко. Но я в тяжелой броне. Попал по челюсти немножко. Вообще не чувствую. Вообще не чувствую. Вообще не чувствую. Походу, только чисто для дверей дробовик. Так, вы рассказывайте, как, где, что... А ты зашел, пришел, Терентий? Да, ладаут. Иди сюда, вот. Модифай ладаут, вижу. Да, красавчик. Так, primary weapons. Мужики сейчас срочники поедут. Ой-ой-ой, вообще будет страшно, блин. LR лазер это для ПНВ, говорят, инфракрасник. А вы играли уже в Returnal? Здорово. Привет, я не заходи, пятый. Давайте. А вы скачаны? Да, я стрелянный воробей. Бля, жалко. Ну нормально, я буду наблюдать со стороны. Да не, ну вы так, уже я так понимаю, сколько если берусь баллистический щит, я могу взять сколько без армора себе. Миссии 5. Ну мы вчера с Максоном тоже суммарно миссии 5. 3 где-то. Ну мы переигрывали по КД. Ну да. Не броню, чтобы дробовик чекнуть. У бандитов брони нет. У некоторых есть. Но опять же, это для двери. Раду стрелял мне и по ногам. Да я и... Да. Ташки C4. Я себе супрессор взял, чтобы звуки были выстрелов меньше, блядь. А то они реально очень громкие.
Ну это пиздец. Баннер может право вверх поставить, а где он сейчас? Да, наверное, ручку стоит брать не от автомата, а что-то другое. Блять, опять игра уехала. КТ? Ух, нихуя, блять. Обоим из КТ. Че, готовы, не? Ну сейчас, я, сейчас, да. Сейчас. О, прикольно, можно камеру смотреть. А, на Т, да? Да, камеру. Короче, надо эквипу. Но она FPS ебет страшно, эта камера. Да? Да, да, FPS ебет ее по факту. Так, я вообще не поменял. Сюда иди теперь, вот. Так как я беру щит... Я решил сходить без брони, правильно? Ебать, ты чё, чел? Пока. Блять, а нахуя мне броня, я за щитом. Иди вставай вот сюда, кастомизируйся. Ёбаный, брат, посмотрите на него, блядь. Голый, юсек, блядь, чисто, топорист. Чисто с выпускного пришел, блядь. Иди к столу. Customize weapon. Помянем, блядь. Перцовый баллончик, да, действительно. На этом взять. На этом щите его трупы унесем, блядь. Боже. Вопрос, как стрелять из-за щита? Это нормально, правой кнопкой зажимаешь рукой и стреляешь. Жалко, что руки у тебя не будет. Если ты без брони, то ты действия в два раза быстрее делаешь, а-ля связывание и так далее. Оу. Ну, отлично. Так, а нас сколько тут? Нас тут полная пачка. Пятеро, нас пятеро. У кого какая пушка? Я дробовик взял. 316 у меня. Дробовик. МП5. А у меня МК. Ладно, зажимаешь, пошли. Зажимаешь правую, нихуя не происходит. Ладно, работаем. Это не сейчас, Тереха, здесь нельзя стрелять. А, так, отряд, понял, отряд понял. Дельта, Дельта 213. Это Hotel 8, 213 Барколлэнс, блядь. Секунду, парни, или уже стартов? Нет, отошли. Возвращение Hotel 8. Пойдите 30 секунд. Мне наркопритон. Ты хочешь фото сделать на память перед тем, как всю команду похоронят? Не, ну все, кто был раньше в здании, думаю, выживет. А вот двое срочников не уверен. Да нахуя армор? А ты реально армор не надел? Нет, зачем? Я же за щитом. А может кто-нибудь ставку сделать на смерть Терентия? Я все залью. У меня стоит на ставку. Нет, я просто не выкупаю. Если я за щитом, если щит пропускает, то да-да. Тереха. Ты убираешься до выстрела здесь. Закройся щитом, вот закрой сейчас щитом. Ну вот, закрылся. Смотри, ты от меня закрыт, а вот от этого человека... Ну, блядь, естественно, я не могу закрыться. Ладно, полностью. Тереха, проверим. Я готов. Поехали. Все, поехали, все встали. Все, Hotel 8, доезжаем, на действие. Притон, работаем красиво. Смотрим камеры, человек щитом стоит перед дверью, дверь вышибается с тарана. Заходим, кричим. Камерой займусь, ребята, камерой займусь. Смотрите аккуратно, отлично. Потому что я приседаю, чтобы по ногам не хуярили. А что по гранатам вы взяли? Все флешки я взяли, флешки, да? Взял. Резинки я флешки взял. Я флешки взял и С4. У меня еще мины, да, чтобы двери взрывать. Тереха, только ни в коем случае не вставай во весь рост, понял? Ну, потому да, что да, у тебя конечно, со спиной конечно. Тоже будут хуярить. Конечно. Там не было как в Таркове. Арсюха плюс там мы не успели с Терентия снять мерки, блядь, чтобы плотнику скинуть. Думаете, вас особо ваша броня спасет? Кто-то не готов написано у нас, кстати. Да. Waiting for, waiting for player. А у меня, возможно, повисло, у меня 100% висит. А, все. 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 Угу. Это я был. Так, наркопритон. Обезвредить, заложников спасти, наркотики изолировать. Все. Блять, я вот таким, кстати, Payday при... Пятый за рулем. Пятый за рулем, да. Представлял себе. Серёха за рулем. А нет, он с дизелом. Я сижу за... Я за рулем в ПНВ. А, в натуре не я сижу. Так, ну что, ребята, план обычный, работаем. Работаем. Так, меня вперед пустите сразу с камерой. Сейчас, давай, иди к первой. К фронту. Заходим с главного входа. Да вот, вроде заходим отсюда. Терентий, говорю, впусти вперед. Терентий, тут никого нет, Тереха. Тут еще... реально никого нет. Да, вот, научился целиться. Да не пустите вперед, блядь, мужики. Защемили. Мы пончиков объелись. Ну все, мужики, работаем. Заходим главный вход. Главный вход. Теперь тихонько. А дом справа интересный. Да, хороший. Цирк, фотограф, цирк. А что ты будешь снимать? Цирковый, да. Так, я под дверь сую. Ой, общем, тут слева можно пройти, парни. Да давай зайдем по дефолту. Впереди тип в маске, ребята. Впереди тип в маске, в маске. Ага. Работаем. Я слева можно работаем. Пройти. Работаем. Щит вперед. Ну, может, ты станешь вперед меня, блядь. Работаем, работаем. Готовы? 3-2 раз, поехали. Я посмотрю. Блядь. Лежать. Сразу надо. А вы без убийств? Проходите. Ну, а он вооружен был? Он руки вверх поднял. Ты заложника убил, блядь, получается? Пусть это тип в маске. И что? Ну, и что? Он может быть заложен. Нет, суспект, все правильно. Но он сдавался, минус 150. Он сдавался. Минус справа 100, дверь. Да. Аккуратненько. Правда, заходи. Слева дверь. Готовимся к штурму. Смотрим за углами. Здесь чисто. Там, на кухне чисто. Здесь чисто.
На... Кухня чистая. Да, я. Второй. Там уже я ногой. Там, там аккуратно второй этаж. Второй аккуратно, этаж. Второй этаж. Заходим. Второй этаж чисто. Подожди, стой, стой, второй стой. Этаж не чисто. Вот этот я проверю. Проверяй. Осторожней, осторожней. Коридор, давай спокойно. Второй. Открывай спокойно, давай. Открывай спокойно. Я смотрю лестницу. Открывай, Тереха, заходи. Тереха, ручкой, ручкой открывай. Я могу только... Я могу только это. Максим, давай. Блять, ты сказал чисто. Блять, а там растяжка была. Ты сказал чисто. Офицер даун, офицер даун. Я не видел растяжку, сука. Я забыл вообще честно про них, что они тут есть. Максим, кто умер, блять? Я, меня... Я вышиб из дома. Блять, у нас потери, у нас потери. Что, рестарт может? Да ладно, давай. Давайте рестарт. Только начали, мужики, ну только начали. Ну давай, давай. Ну цирк. Бля, мои вейпоинты. Рассчитайте вейпоинты. Ебать. Бля, ебучая растяжка, я забыл, честно. А Тереха-то живой за щитом. Да, Тереха за щитом выжил. Из брони, что ли? Видно, 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 да. Иногда нужно чуть выше посмотреть. Ой, блядь. Второй заезд. Командира экстренной эвакуации. Последний заезд. Так, поехали. Ребята, схема та же, работаем. Я вперед, сейчас вперед. Работаем, работаем. А что вы туда идете? Вот тут выход. Пропускай, пропускай, пропускай. Раду, мы идем по дефолту. Не-не, я имею в виду нормальный вход, а вы тут через гараж как будто. А вдруг в гараже есть саспект какой-нибудь? Тихо-тихо, не а, как, блядь. Как, они, стреляют, не они стреляют на звук, если что. Позакрывалы пиздаки, тихонько. Я снимаю, как ты снимаешь. Так, короче, мужички. Подпустите, смотрю. Алексей, пожалуйста, меня к двери. Мужики, растяжек нету. Так, понял. А люди, суспекты? Я готов. Суспектов не вижу вообще никого. Хорошо, пока в сторону. Никого. Работаем. Все готовы? Три, да, два. Открывай, я закрываю. А, ближе стань. Три, два, один. Лежать, блядь! Лежать! Лёг. Оба, потихоньку заходим. Продвигайся со щитом вперед. Со щитом вперед. Продвигайся. Вяжите. Правый фланг, левый фланг. Остальные, прикрывайте тылы. Я завяжу. Еще один, еще один. Там есть, там еще один. Дверь закрыли. Дверь закрыл, я. Держите, держите. Я вяжу с Максимом. Вяжу, вяжу. Я держу дверь. Эти на земле, эти на земле. Заходим дальше, Тереха. Пушки, пушки, пушки надо пометить. У одного пушка бежал. Он бежал куда-то. Ушел, ушел. Иди лови его. Справа дверь открыта. Открыли огонь, открыли огонь! Убил его? Да-да-да. Этот готов. Этот готов. Туалет чисто. Ебать, я его через стену заебашил. Да, мужики, мы очень теснимся друг с другом, пиздец. Ну, много, нормально, да. Заходите дальше, дальше. Зарепорчен. Смотри, эту я проверю, проверю. Ну, наверное, туалет. Это туалет должен быть, парни. Дайте посмотреть. Да, посмотрим. Впереди саспект, с оружием, обрез у него, обрез. Подходим, Терентия, Терентия поближе. Смотри сзади, смотри сзади. Готовьтесь, его, если скинет оружие, ликвидируйте нахуй. Готовы? У него оружие в руках, если что. Работа. Я готов, давай. Дверь закрыта. Хорошая работа. Чисто. Чисто. Следующую смотри. Надо этот... Всё, чисто, чисто тут. Оружие надо, оружие, оружие, да, надо, evidence. Муниверс, напротив дверь, проверить надо. Да, проверяю, проверяю. А, ты не проверил, ребята, в сторону. Алексей там в другой комнате. СУЗИ, они могут сзади подбежать. Давай, да, давай за флешки зайдем. Молодцы. Флешки? Парни, 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 смотрите, я могу дать флешку. Тут комната, дырка есть. Там уже у него заложник. Растяжку. У него заложник. Растяжку проверил? У него заложник? Да, растяжки нету, растяжки парни, нету. Да, все правильно. Да, вижу, флешку, вижу, там. Вижу, вижу. Вот тут можно через эту хуйню флешку. А у меня есть газовая граната, может лучше ее? Блять, извините, я просто на Г нажал. Охуй. Это газ, это газ. У кого нет противогаза, в сторону. Я в противогазе. Блять, кто это взорвал? Это флешка была, это флешка была. Убит. Ты в порядке? О! Да, да. Пушку возьму, помечу. Чисто. Вяжу, вяжу заложника. Вяжи, вяжи, вяжи. Кори, я с тобой. Нормально, нормально, я пока тут держу на контроле двери. Я могу хорошо. Дверь какую-то за... Доложил, доложил. Все, все зарепорчены, перезаряжаюсь. Наркотики могут быть на столе? Да, должны быть, так, два. Так, зарепортили всех. Проходим кухню. Кухня чисто. Так, кухня, лед. Второй этаж. Вот наркотики, вот они. Да, метамфетамин. Алькор, я за тобой, пропусти вперед. Проходи, проходи. Ребята, улицу посмотрел, на улице пока чисто, пошлите дом. Пошли, чисто, пошли в дом, да, давай, второй давай, этаж. Давай, давай, давай. Так, поднимайся на второй этаж. Что там, Алексей? Я проверю, первый этаж. Растяжку проверь, пожалуйста. Ну, растяжки второй не этаж, видно. Я видел и вроде чисто. Я тоже прочекал. Слева, слева видел чисто, тень. Да. Жаль, закинь его там. Огонь. Огонь. Контакт, контакт, огонь. Контакт, кто наверх ушел? На втором этаже. Стоп, блядь, руки мне откуда. Ребята, флешка пошла. Закидываю флешку. Есть. Убит. Убит. Сверху убит. Поднимаюсь. Это было гражданский. Какой нахуй гражданский, блядь? Ствол под ним не лежит, блядь, гражданским под твоим?
Да, со стволом была, ладно. Гражданский, блядь. Гражданский со стволом, нормально. Надо, ну нужен человек с камерой. Так, да, я пройду, где? Огонь, я под огнем. Ранен, офицер ранен, офицер ранен. Я сзади прикрою. Она говорила типа, hurry up and save me. Блядь, так... Тут есть проблема, у нас кто-то пиздит лишнего, и поэтому они стреляют через стены на F, кто нажимает, блядь. Я говорю им, типа, ложись нахуй. Не кричи никогда. Ну, только орёшь. Когда увидишь, тогда говори. Понял. Так, все в порядке. Нет, так я её видел, я сразу увидел её, говорю, F. Смотри, эту дверь. Чё там? Я готов. Прям впереди тип, не знаю, короче. Так, таран нужен, таран. Работаем. Ребята, по старой схеме. Растяжку проверю? Я готов. Хорошо, работаем. Я его вижу, этого типа, с оружием, я могу сказать ему. Да, я защиту. Да, я защиту. Я слева встану. Мы, если шел, кокнем его. Я его на контроле уже держу. Он просто бежал, старик. Он просто пробежал, да. А нахуй ты его заебашил? Здорово, мужики. А, блядь, да мало ли. Он на нас побежал. Ну ладно. Второй этаж чисто. А, с оружием. Он угрожал. Весь отряд подтвердит, что он начал стрельбу. Да, да. Единый глаз. В отчете отразит. Вот нет, второй этаж еще не полностью. Зачем выключить? Просто сотрём этот момент. Там еще с моей стороны, да, справа надо поехать. Ходит легенда, что для удачи и успеха миссии первым в помещении нужно запускать радугу. Тогда больше своих уцелеет. Тут прямо перед дверью тип стек 9 стоит. Ровно перед дверью. Здесь два человека. А, ну все, да, работает по старой двери. Очень тесно подходить. Право и слева. И чуть-чуть левее от этого типа заложник. Чуть левее. В дальнем углу комнате. Так может, что прям может, перед нами. Может через газ или через флешку? Алькор, левее. Давай через флешку. Я приоткрываю. А я вот отсюда вообще выйду. А, ну давай, я тебя прикрою, если что. Давай. Открываю. Флешку. Г, ты. Я дам флешку, дам флешку. Я даю. Две зашло. Работаем, входим, работаем. Входим. Лежать. Они лежат. Слева комната. Аккуратно. Чисто. Я вижу. Чисто. Справа комната еще есть. Кто тебя? Вяжем. Пушку сразу. Вяжем. Я проверяю комнату рядом. Есть еще в туалете. Шкаф чисто. Ребята, в туалете есть угроза. Я разберусь. Я могу не угроза, а просто человек. Открывай тогда его. Нихуя себе человек, блядь, ты в порядке? Бля, повезло, что он по мне начал хуярить, а не по тебе. Не, он по мне начал хуярить. Просто человек, блядь. Ну выглядел он как просто человек. Внизу. Ебать, у него кровь разлетелась нахуй по всей стене, блядь. Покрасил стену. Нету этой растяжки. Нормально. Тут ребенок лежит. В конвульсиях, блядь. Заходим. Есть флешка, могу флешку ей дать. Да не, ей так хуёво, старик. Да, ты, блядь, какой-то жестокий. Она кровью харкает. Ладно. Сделаем лишь, чтобы это везли. Муниверс, нас, по-моему, отсюда хуярили. Посмотри, да, вот да. Этот. В прошлый раз посмотри, был отсюда. Посмотри дверь. Какую? Эту дверь? Так мы тут были, Кирюха. Это на выход, да? Это на выход. Да. Мы тут прошли. А вот это вот что? В трущобы надо идти. Значит, второй этаж чист. А здесь чист. Мы зашли только что. Да второй все. Чист. Угу. Второй чист, ребят. Нам улица. Нужно идти искать, да. Но вот здесь немножко грязно, мы но уберут потом за нами. Мы на первом еще не все зачистили. Терентий немножко ранен, да, такой еще? Радос, зачем ты с гранатой идешь? Нет, я пуловый. Или Радос. Я ранен. Ты ее, блядь, вытащил, чеку как вставить? Двоечку нажми там или единичку. Не работает. Ну выйди, выкинь ее в другую сторону. На улицу. Чет чеку. У нас водителю нашей машины вроде чисто там. Чисто? Растяжек нет, растяжек нет. Я проверю, еще раз проверю. Иди водителю отдай, который у нас машину вел. Гранату, пусть он подержит. Да, пускай подержит. Готовы? Так, да. Ломаю дверь. Бля, ну ладно. О, водитель не подержал, походу. Чисто. Так, секундочку, это дверь. Следующая дверь. Дверь на 9 и дверь на 9. Ты проверь, Тереха к нам. Есть. Ебать, у тебя стекло красивое. Прям, тут за дверью прям стоит чел, боится. Вроде безоружен. Вместе можем его обработать. Погодите. Открывайте дверь, я сразу скажу. Да, растяжки, растяжки здесь не вижу. А у вас что, Муни? Так, а там за уёбок? Другая дверь. Или... Другая, вот за этой. Здесь. Нормально сдается. Вижу. Нормально. Вижу. Я его даже не вижу. Вижу. А, тут две двери в одной. Ты его не видишь? Да, я его очень плохо... Ну, у меня типа щит покоцанный. А, я понял. Очень плохо. А, это на улицу, что ли, уже дверь? А я думал, ты из-за... Слился он, да? Да. Я даже его не заметил сразу. Так, по-моему, чистенько. Еще второй глаз обязательно, да. Второй глаз, да. Чисто реально. Открываю. Все стороны. Щит вперед. 3, 2, 1. Мужики, вы слишком тесно стоите. Давайте кто-то... Тереху, ебал! Может, Терентий поебал и умер, блядь. Тихо. А тебя коцнуло? Так я не умер, нормально. Ну, вроде да. А, коцнуло? Я не знаю. Ты ему прям ебало тараном. Нахулён.
твои щечки. Так, ребята, важный момент. Я не знаю, на улицу. Это на улицу, да. Да, растяги нету, растяги нету. Ломайте. Точно? А, блять. Блять. Сломали. Все чисто? Нихуя не видно, если что. Спину тоже проверяйте, да, за спины можешь еще выдать. Я предлагаю разделить отряд или как? Ну вот здесь, вот эту дверь. Я пойду вправо. Я тоже вправо, пошли зачистим. А мы с Алькором пошли дальше, по улице. Тут низ. Тут прямо растяжка. Прямо за дверью растяжка за этой. Ага, сейчас, давай, я разминирую, я минер. А, у нас же, подожди. Не, сторону, это хуевая идея. Так, я пока... Нам нужно, да, да, пойдем к ним лучше. Я разминирую. Давай, аккуратнее, ну ты знаешь, да, аккуратно. На R, если что, на R можно зажать, проверить, сколько патронов у вас. Потом разрезал. Здесь человек. Там человек, аккуратно. Там есть растяжка? Вот здесь, вот здесь. Растяжка, растяжка, растяжка. Понял. Там человек мирный вроде, на первый взгляд. Утерите сзади люди. Так нет, помогите, были уже, ёбана в рот. А, это мы здесь вышли, понял. Да куда ты, блядь? Противник, который, блядь, с памятью. Она еще двери закрывает. Куда она бежит, блядь? Ломай. Это мы оттуда пришли, парни. Да, она к нам в машину бежит. Да, в машину. Да, блядь, в смысле, тут девка убегает, чел, какой вход? Ну, значит, мы полностью все водитель примет, ёбана в рот. В хату по-любому побежал. Да, в хату, открытая дверь. Мы бегать не умеем, типа. А она с оружием или нет? Нет. Не, безоружная. Все, завязал ее. Ебало, да, подожди. Готово? Да, слушай, чтобы больше не сбегал от полиции. Написано low ready бег, но я не знаю, что такое low ready. Пейджап, пейдждаун? Low rider, типа. Пейджап, пейдждаун не работает. Так, у нас два прохода, все, значит, либо туда, обошли. Либо направо. Направо, там уже направо. Вход. А, там этот, да. Там вход. Там, кстати, темно сейчас будет. Вроде чисто. Нам наверх или вниз? Пойдем вниз. Мне уже темно, типа, здесь. У вас нет ПНВшек? Нету. Я, у меня нету. Я в ПНВ. Растяжку просто надо посмотреть. Я проверю, давай. Как включить фонарик? На колесико мышки. Маус 4. Послали. Нет, это ты сказал, по-моему. Так, слева есть чел. Боковые кнопки. Блять, у меня мутится... Прямо чел, прямо с оружием. Прямо тут сверху, чел, тут нами, сверху дырка. Перед тут нами? Сверху дырка, блядь, давайте, ребята, закинем флешку. Закидывайте флешки. Давайте флешку закинем в дырку. Давай. Уже война пошла, кто-то стрельнул. Так, давайте пройти. Выпустите. Да, по вагоне открыли. По мне хуярит. Я кинул. Прям в Серёгу! Открываем. Нормально, открывайте, Серёга, не вставай, да, главное. Да куда вы кидаете флешки, блядь? Я ещё даю. Нормально, все, нормально, охуярьте их флешей. Газ, мужики, газ пошел. Серёга, надевай противогаз, блядь. Я противогаз вроде. C4. Заходим. Установил, стой, отойди. Серёга. Отхожу. Нет, то ты стой. Три, два раз. Это спецназ! Серёга, вперед. Так маски нету, блядь. А похуй. Нихуя не видно. Справа чисто, проход в коллекторы. Максим, я за тобой прямо. А где чисто враги-то, которые были, блядь? Убежали, ну, мы уже? Защищаем. Гражданская впереди. Бля, мне кажется, тут за каждым углом сеять могут. Нашел еще метамфетамин. Обезвредить. Хорошо. Гражданскую? Вяжи. Нет у меня. Тут дверь. Огонь открыли. По Терентию, походу. Это у Терехи. Я бежу. Видите, жив? Не похоже, блядь. Офицер мертв. Потеряли бойца, блядь. Не-не, я жив. Идем. А, блядь! Работаем. Сука, уёбок. Ликвидирован. Готов. Блядь, чат я, наверное, выручу. А руку уебайло. Да? Ладно. Мне через 15 минут надо будет отойти на 5. Двигаемся дальше, Алексей, за тобой. Наверх? РПД-ст я похлопал по плечу. Так, Серёха. Не кричи, ты же в курсе, что ты кричишь, и они сразу ебашить начинают. Не слышу, да. Мы вчера об этом ужалились, блядь. Я смотрел вроде. Да, все чисто. Так, канашку проверяли, да? Написано, защитите всех цивилианов или арестовать всех. У нас же еще дом над нами. А, да, пойдем? Ну да. А, погодите, вот тут дверь есть. Надо посмотреть только под нее. А, да, обязательно. Дверь там, где мы задерживали, снизу есть проход, и там дверь. Так у нас еще здесь... даже никто не умер. Нет, да? Здесь, по-моему... Вот дверка. Прям перед нами. Арестовать всех цивилинов и отпустить всех преступников. А я под нее не могу посмотреть. А мы пикни вправо ее, приоткрой чуть-чуть. Пикай. Смотри, есть ли растяга? Не видно растяги. Ну-ка, погоди. Сейчас еще вот так посмотрим. Да, блядь, нормально. Не, нормально, это текстура, пойдем. Двигаемся, щит вперед, щит, кто с щитом? Щит. Ну, тут нихуя не видно со щитом, если да, что. Мы будем видеть. Мы видим, мы твои глаза. Все, чисто, двигайся вперед. Чисто. Скажу чисто, да.
Мужики, надо больше дистанцию между друг другом, наверное. В упор, да, не ходить. Да. На пол. Гражданская. Еще один гражданский справа. Двое гражданских. Дай пройти. Вперед. Захожу. Бля, тут такой. Я посмотрю левую дверь. Максим. Доброго чат. Да, закинь флешку сначала, наверное, на второй. Вижу. Поздравляю с переездом и желаю. Спасибо большое. Вашу желание исполнять. Спасибо большое. Да, надо посмотреть через дырки. Никого не вижу. Мы-то тоже, видишь, подозреваем людей. Мало ли, могут быть растяжки, поэтому я не лезу. Сейчас гляну. Да, вот здесь растяжка. Где растяжка? Вот за правой дверью. Как только поднимаешься, тут сразу растяжка, да. Поднимаюсь на второй. Поддерживаю. А вот другая дверь. Подожди, не спеши. Открыто. Вот это сразу с растяжкой. Мы отсюда пришли, сюда зашли. Вот эту дверь проверяем. Давай ее откроем, то что с растяжкой. Стой. Она с растяжкой. Мы не отойди. Она с растяжкой. Мы не отойди. Я сделаю. Ладно. А вот это без растяжки. Значит, вот это можно открывать. А вот это прям растяжка, вот она. Нихуя себе. А, да, с нашей стороны. С этой стороны, да. Чисто. Ага. Что за война? Минирую, ёпта. Эта дверь не откроется. Пойди, не стреляй, мы зашли с другой стороны. Здесь, так, вдалеке, прямо напротив двери стоит подозрительный тип. Нам нужен щит на второй этаж. И справа от двери женщина. Щит на второй этаж, да, и работаем. Справа на 3 часа и слева на 11, примерно, на 10. Ну, короче, я понял, смотри, флешка об карниз называется. Щит нужен. Counter-Strike. О, об карниз, давай. Ну-ка. Куда заходим? К двери. Погоди, сейчас флешка идеальная. А, не. Ай, блядь! На пол! Блядь, она под нос. Где он? Сдается. А я сбил, нас блядь. Зафлешил, Раду. Он зафлешил, а, блядь, да. Она почему вверх? Оба сдаются. Один справа, один слева. Ну, ты же проходи вперед, не стой. Мы же не можем за тобой выйти. Я же не знаю, если кто-то еще слева-справа, я должен посмотреть. Связал. Чтоб спину не хуярили. Это оба гражданские вроде. Да, и следующую дверку посмотреть надо. Забудьте репортить их. О, мы что-то сделали. А все, мы... А нет, еще Rescue All Civilians. Вы отрепортили всех? Ну, я вот это отрепортил. Ух, блядь. А растяжка? Нормально. Нет, я проверил. Нормально, да, мы смотрели. Я же CPU, значит, проверил. Было. Чисто. Ну, остались только гражданские, потому что мы всех побивели, заебашили уже. Да, я буду справа, в черный вход. О, та самая трава. Ту-ту-ру-ту. Сжигаем, мужики. Ну все, го искать. Кто-то остался. А кто остался у нас? Цивил какой-то? Да. Возможно, кто-то не кинул репорт просто на кого-то. Да, возможно, на репортере. Так, я пойду вниз тогда, в эту, в дыру слева, где мы ходили, проверю здесь все, а вы пройдите, проверьте дом. Ну там один гражданский, я его репортил. Уверен? И все? Да, я 100% репортил, я ее вязал просто. Я тоже всех вязал. Макс Хоум. Я не знаю. А, это типа, чтобы быстрее бегать. О. А, да. На Хоум называешь, быстрее бежишь. Поехали. Ебать. Надо, ну ты не подготовленный тогда к стрельбе. Да, у тебя, да. Нет, на правую кнопку нажми, да и готов. На правую кнопку, ну, да, быстро, да. Переходит. Ебать, круто. Мужики, спасибо, да, да, за совет. Спасибо, кто действительно, это очень важно. Может, мы всех цивилинов спасли? Нет, покажи. Тык-тык-тык-тык-тык. Или оно не засчитает, только оно типа обязательно должно засчитать. Репортить надо, да. Да, репортить. Я когда-то связал, кто-то, но не зарепортил. Я вполне допускаю, что я мог кого-то не зарепортить БТВ. Да нормально, сейчас пройдемся еще разок. Здесь все. Я по улице пойду пройдусь. Вот сидит. Поэтажная, наверное, дверь. А, вот он. А, нет, подожди. Так, мужички, вы пока заканчивайте, я тогда АФК встану. Хоть женщина, давай. Надо отойти. Да мне тоже сейчас надо будет. Давай. Да уже не спасти. Этого тоже. Что, может, вы? Нравится? Нет. А девочку, кстати, которая кашляет кровью. Крики не слышно, ни ваши, ни терроров. Мы когда с Муниверсом стояли и крикнули, нам на стену начали наваливать, блядь, через девочка, стену. Девочка, которая кровью кашляет, ей ничего не сделать? Не, ее зарепортить надо, нет, ее точно надо репортить. Может, забаговать? Ну, мы же репортили вроде. Если репортили, то все отлично. Ебать, она плюется опять. Ну, ребенок точно репортится. 100%. Ну. Нашел. А где он? Вот. На втором этаже была женщина, не зарепорчен. Нет, это еще не все. Это еще не все. Еще не все. Бля, серьезно? Не зарепорчен. А может, после этого девочку надо репортить? Попробуй. Девочка не репортится. Я про громкость игры. А, не слышно нас.
Ничего не понял, блять. А, так это просто звук. Если, ребята, я сделаю громче свои крики, вы вообще оглохнете нахуй вместе со мной, когда стрельба начнется, типа вот такая. Это я с глушителя еще. Вот он револьвер. Вроде репортили девочку. Это было громко. На втором все чисто, ну некого больше репортить на втором. Тут тоже некого. А, слушайте, может кто-то убежал в самое начало, где мы там проходили. Ты прав, да, мы могли проебать этого человека. Может кто-то испугался и пошел вот сюда на улицу. Ты прав, ты прав. Надо пойти проверить. Че, уже? Иду. Пять минут. Да, окей, окей. Так, душат, душат. Не вижу никого, кроме Салева. Ой, чист. Да. Тут нет никого. Что там, до сих пор не нашли никого? Может, мы что-то не нашли в плане наркотиков? Есть варик. Нет, на тап нажми, мы все сделали, написано Rescue All Civilians, и все. Суть в том, что можно прикончить девочку наверху и попробовать ее зарепортить, когда ее рискать. Мне кажется. Камеры выключаем только. Мне кажется, мы ее репортили, когда ее нашли, сразу прожали на F. А, так хорошо, нашли? А стройку дома нормально прочекали? Не факт. Вроде да. Марк, туда, на тап нажми, смотри, там все перечеркнуто, кроме спасти цивилина. Да, кроме цивилина. Может быть, нам не засчитало цивилина, потому что мы убили несколько? Нет, да, их, тоже репортить, их тоже репортить можно. Это засчитывается, да? Да. Надо искать лучше. Смерть — это не спасение, по идее. Нет, а нам просто очков снимут, мы зарепортим, ну, ее да. засчитают. Но девочку, если репортили, я вот, например, помню репортим. Точно, что я ее не репортил. Если девочку? Если кто-то помнит, что он ее репортил, то нормально тогда. А если вот так вот сделать? Угу. Я ты хуяришь. А это я попытался лампочку разбить. О, dead body reported. О. О, и все. А, нет. Нет, rescue all civilians. Это ты убил девочку? Да. Нет, против... она уже была мертва. Против других игроков, что ли? Нет. Каждый... Ну, это коп, типа. Нашел, ребят. Тогда к чему разговоры про девочку, вот которую все. Толпой отрепортили? А где был-то? Бля, девочка. На улице, когда последние... Где последних вязали в гараже там. Жестко, мужики. Никто не умер даже. Да. Только девочка. Ну, нет, девочка. Не умерла. Ну, это карта лёгкая, Макс. Мы её тоже... Давай в отель. Сразу в отель. А ты-то плюхи получал? Я получил в руку, да. Я тоже в руку получил. А вы не проходили магазин машин? Огромный, не, блядь. Не-не-не. Там пиздец. Угу. Там смерть. Аладдин, прикольное имя. Хочешь кто-то щит попробовать потаскать? Не-а. Я хочу носить твой щит. Сори. Мужики, подпорку возьмите кто-то. У нас две камеры, нет подпорки. Есть, а подпорка особо... Ну, не типа, роляет. Они редко бегут тебе в спину. А так нас пятеро, я просто всегда спину смотрю. Да, нужна только, когда прям вот закрыть одно помещение, там всегда... Ставка была, Терентий погибнет. А нет, ставка сейчас, Терентий погибнет. Так, у нас есть гастейш, у нас есть отель, у нас есть тест-левел. А, это типа неработающие, наверное, какие-то. А вот гараж, порт и ферма. Давайте по порядку идет... Ферма. Ну, по порядку идет газовая станция, может, ее давай? Ну, погнали, мы там не давай. Были, кстати. Как это не были? Были. В смысле? Газовая станция заправлена? Я взял, типа? Я взял распорки для двери, чтобы они не могли нам в спину выйти, пока мы будем. Угу. Так, мужики, я отойду на 5 минут и начнем. Угу. Давай, давай. У нас Серёха щитоносец. Щитоносец плюс дробь у него. А-а-а. Бля. Дробовик хуйня, нет смысла его брать. Он для дверей юзается или что? Только для дверей. Но, блядь, у вас у всех нахуй там тараны и хуяны. Это а что? Там есть дробовик, который нелетальный, по-моему. Нет, ну, возможно, есть, но я имею в виду о том, что... Ну, типа, бля, почему? Там дробовиком можно по челу менять. Стрелять, урон не будет носиться, но он по тебе не будет стрелять. Гавчики же пушечки менять, правильно? Нет, менять у стола. Менять у стола. Вот у этого. Нет. По-моему. Стволы это менять, здесь одевать, да. Шкафчики, я помню, но да, в шкафчике, да. Недоступно, как будто. Дай посмотрю. Primary weapon, вот. В шкафчике? Да, вот. Может, у тебя другой шкафчик открылся? Дайзер не буду брать. А, во, теперь появилось. Бугалось, походу. Я взял гранаты с резиной. О.
Бля, 8 флешек, то что надо, нахуй. Так, ну-ка, РП, РП, сел на стол, блять. О. Нам нужно еще как-то дистанцию держать, пиздец. Мы так щемимся, что пройти надо не можем. Мне кажется, в конечном итоге мы так друг друга перестреляем. Mm-hmm. Ну, когда-нибудь либо, это произойдет. Либо разделиться на несколько человек. Да. Да, я готов спокойно с кем-то идти. Нас двоих хватает. Я как бы весь сват прошел, блядь, за 3 часа, если что, в соло. Mm-hmm. Нихуя себе. На среднем сложности, да, да. На что, не знаю, самый сложный? Так, что БГГ это был. Там не нужно было на самый сложный. Да. Когда новый сезон БГГ? Не скоро. Мишаня там заебанный жестко, говорит. Угу. Там нужно готовить его нормально, не так, как в прошлый раз. Да нормально было подготовлено? Нихуя себе. Мне кажется, в прошлый раз как раз... Было очень, очень сыро. Ну, Мишаня так не хочет. Он хочет именно сделать более... Вот как вот есть ХПГ, да, там с сайтом. Ну, конечно, сайт может нам не нужно делать. Но именно ну, правила более-менее нормальные, чтобы не было приколов, как со мной там случилось. Плюс не просто проходить игры на похуй, а еще со смыслом, типа, надо же как сказать. Там, типа, как вот было на ХПГ, я знаю. На ХПГ? Что Мишаня сейчас играл последнее? КПГ, да. Да, что-то там вот одну игру, типа, спидранит в конце, вот что-то такое. Сокол, Сокол, я редиска. Приехал генерал Сосиска. Мистер Тенеки не должен выжить. Там партия рассчитывает на вас. Знаешь, да, можно, что можно на цыпочки встать? Мне нужна предоплата. На цыпочки, блядь, можно встать. Знаете, как это работает? Оп. Мне уже написали, все, Терех, не выходи из фургона. А, мне предоплата нужна. Да. Так не работает. Я просто ем. Пацаны, вы что, не знаете, как актеров нанимать? Как? О, ебать, это тоже можно? Да как? Как им кверху? Естественно. Как и в Left 4 Dead? Говоришь, спасибо за службу, все дела. Хорошо заактерили. Бля, вот даже честно, прицел даже не нужен. Чисто по лазеру идешь, вот так. Круто было бы, когда вы так. Очень круто было, когда вы спидранили одну игру. А мы вроде бы. Это доху ПК мы играли. А вы Терентий с Арсением можете одновременно стримить? Ну да. Типа технически, да. Хорошо. А что такое? У меня скоро шоу будет готово. О, по Майнкрафту? Да. Хочу, чтобы сначала два брата друг с другом пиздились. За респект. Научить играть в Майнкрафт, пацаны. Да там так, что, бежишь, левую кнопку нажимаешь, все копается, блядь, все. Не, спидран, больше это та еще хуйня. Я тоже сейчас подойду. Алло. Алло. Ай. Привет. Привет, Лизак. Это я, Максим, я вернулся. А, привет, Максим. Да, извините, долго в туалете просидел, голос потерял. Угу. Со всеми с нами, мужики, бывало. Давай проверку. Как называется наш отряд? М-
Максим, тут помню, тут не помню, как в классике. Значит, вот кто еще может цитировать джентльменов удачи? Это не наш командир! Пугачев. Абсолютно не Емельян. Маниверс. За какую зарплату согласился бы работать вот так, как вот эти ребята в свате? За 300 тысяч долларов. В год, да? Да. 300 баксов в час. Неплохо, неплохо. А ты, Радос? Радос, это шо? Не, подожди, ну такую работу нет. Он уже поскакал работать. О, что такое? Говори, стал бы сватовцем? Работал бы так? Мой брат работает. Ну знаешь, это те люди, которые сводят одинокие сердца. Ну там пиздец свате работать. Он говорит, каждый нахуй сезон, каждые 3 месяца, без подготовку сдавать. Там охуеешь нахуй от нее. У него уже спина болит свои 32 года. Мне кажется, там проблема не в том, чтобы охуеть от физподготовки, а охуеть от того, чтобы не помереть где-то там. Не, страшно это... все-таки. Это зависит от отряда. Типа, там прям такие отряды, которые типа хуярятся, их не так уж и много. Ну, точнее, это от места тоже зависит. Google часто пишет, что мне... зарплата сват 45 тысяч долларов. А, ну это в Америке. Где? Ну, 45 тысяч долларов, какой промежуток времени? Наверное, за месяц? В год, наверное. Ты хотя... А может, в год? Ну, хотя, блин. Не, это мало, в год мало это, в год. Это очень мало в год. Наверное, месяц. А в месяц это слишком в много. В год это даже не по 4К. Да, ну нет. Да, в месяц это дохуя. Почему? В Штатах это нормально, мне кажется. 45 тысяч? Ну, это очень много. Нет, это нет, нет. Много. Вы чё? 45 тысяч это 4 ляма. Блять, 45 тысяч долларов это... Месяц меньше, чем 4000. Ну, может, кстати, быть и 4. Хотя где-то ладно. Так. А, нет. 4, 3. 3 с копейками. 3500. 3 с копейками, да. 3700 где-то так. 3700. Ну, это мало. Это пиздец мало для жизни в Штатах. Ну, не знаю. Мне кажется, на государственной... 45 тысяч это дом в гетто, блин. Подразделение СВАТ, аналога российского спецназа, формируется из профессионалов с отличной физической подготовкой. Зарплата таких специалистов составляет не менее 70 тысяч долларов в год. Зарплата офицера СВАТ в Америке от 73. От 7300. От. Это типа вот ты типа только приняли, ты там просто бегаешь со щитом, руки такой, знаешь, без армора. И ты уже получаешь 70 тысяч. Но это в год. Так 70 в год нормально. 70 в год это уже поинтереснее. Это уже там по 7 где-то, да? Нет, меньше. Разговор был про то, 6... что кто-то сказал, что 45 это в месяц. Ну, да, ну я так подозревал. Ну, нам да, хуйня какая-то. Блин. Тереха сам закрыл своей головой цивила. Нужно как там? EMT. От 70 тысяч в год. Да. Эта хуйня вообще интересно простреливается. Блять, гранаток. Пацаны, го ПВП на тренинге на пистолетах. Что пистолетах нельзя делать? А подожди, мы не были готовы. Блять. Я же говорю, на пистолетах. На пистолетах. Так я же говорю, тише. А что мне дало, нахуй? Пойдем. Подожди, блять, а к вам не пройти тут. Жаль. Вот, на пистолетах. Ладно. Давайте, мужики, я... Давай. Пойду дальше. Давай. В туалет. Давай, дружище. Да. Давай. Давайте, ага. Давайте. Давай. Все. Чтобы никакой грязи в чате. Да, да. Не пишите грязь в чат. Бам-бам-бам-бам-бам.
Такой вот вопрос. Ебать, ты в жизни решишь заняться хотя бы каким-то видом спорта? Да? Киберспортом. Я уже занимался им. И как? Ну, такое. Это заебись, когда ты... Когда ты жестко к этому подготовлен. И получается, да? Ну, и кроме того, что получается, да. Ну, морально тоже нужно подготовиться к этому. Быть готовым к тому, что, типа, ты будешь играть в одну и ту же игру, блядь, 24 на 7. Несколько лет. Ой, блядь, да, это достался, другая пушка досталась. Ебать там. Ебать, так, у нас мужички, перестрелка охуенная. Я бы еще одну миссию сыграл и шел бы отдыхать. Ага, ну сейчас Максима дождемся. Блять, вам в шлем стреляешь? Я вот хочу посмотреть, ну пиздец. Нихуя не происходит. Угу. Ну ты мне кровь пустил. Для приличия. Ну а ты меня шотнул. Ну вы видите, не шотнул. Да хуя надо. Бать, даже за спиной флешка сработала. Так это светошумовая. Там шум у тебя за спиной это, был. Это не флешка даже, да? Это типа стан? Это свет плюс шум? Ну да, получается. Да, я ебал. Ну без брони тяжко. Ну голова у меня без брони. Ну да, согласен. Ух, да? Нет, там снято уже. Да. Это картинка просто. Долгое ожидание, я просто... Курьер потерялся, я за ним бегал. Никакой так. Грязи в чате не было, да? Я все контролировала. Можешь вы готовы? Прочитать. Едем? Понял. Да. Я дам. Но я одну еще и все. Там МП завезли. Надо всем бежать туда, да? Да. Да. Прикинь, мужики в зомбоиде мультиплеер есть. Надо, да? Будет, себе. Надо будет заебашиться. Но чат чистосердечно признался и приговаривается к просмотру миссии на газовой станции. Без права на обжалование. Что, идем? Поехали. А, бежим, да, уже бежим. А типа нельзя так начать, да? Нужно именно добежать. Нужно надо еще, бежать, да. Да. Кто-то отстает. Вон, смотри, один. Еще один. Ты еще не самый. Ты еще не самый последний. Семьи, например. Ну это да. Я вот тоже об этом хотел намекнуть. Про что? А мы что-то обсуждали, там хотели бы в VRL там работал бы в свате, так сказать. Нет, нет, не работал бы. Я тоже не работал бы. Тут ребята, ну, мне жить... сказал, за 300 тысяч в год работал жить бы. Охота. Ну, за 300 тысяч баксов в год, да, я пошел бы, поработал бы. Годен за пару лет. Ты бы в подготовку убил, блядь, миллион рублей, наверное, или долларов. Не, ну если бы меня подготовили. У тебя, прям, помнишь, вот временная амнезия сейчас была? Да. Я просто хочу напомнить, что твои друзья тебе не верят. Когда ты пришел и сел, они давай у тебя спрашивать название отрядов, там, вот это вот все, ты представляешь? Максим, как называется наш отряд? Hotel 8, я же помню. А почему? Память вернулась. Принеси попить, любовь моя, очень хочется. Подожди, так а кто тут реально? У нас четверо едет. Ну я за рулем. Уверен? Да нет, я просто в отдельный. Понял. А ты реально в отдельный, что ли? Этого везут отдельно. Так, ну погнали. Погнали. Это пиздец. Заправка? Да, заправка. Страшная. Щит доставай. Достань щит, блядь. Сразу? Да. Так, я прочекаю, да, камерамена. Ладно, я большой поставлю. Нормально все будет. Так, камерамен, блядь, да, Ивана, наклевываем. Вот, вот так, а блядь, вот тут надо чекать, да, вот, подходишь к камерой. Впереди человек, может, через задницу, слева человек в небольшой подсобке. И скорее смотрел, так. Если так много здесь, давайте. Прямо человек. Идем за щитовиком, мужики, щитовик командует, айда. Бля, вот чел, я вижу чела нахуй. Да, я тоже вижу чела, я говорю, видишь, охуенно, да? Не, 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 а вот сюда можешь запрыгнуть попробовать. Не, на дрова нельзя. Бля, не, не хочет. Вот он идет, блядь, за меня нахуй. А может быть вот так, мужики, смотри. Оп. Я вижу их. Можно приподняться, но не прострелишь. Я их всех вижу. Не прострелишь, да? Это хуйня не прострелишь? Да, я тоже. Альт-В, нажимайте на цыпочки, вставайте, и все нормально будет. Спасибо, Лиз. Да. Так что, куда ушел щитом человек наш? Да я сбоку справа.
Справа, справа. Сюда вот он пошел. Пошли, командует, командует щитовик. Пойдем, командует щитовик, мы за ним. Поехали. Пойдем, капитан, сзади капитан, сейчас зайдем. Терентий по кличке Щитовидка. Иди, идите вперед, я за вами. Капитан Щит. Я прикрывающий спину. Я эту миссию тоже играл, Алексей, капитан уже. Америка. И прекрасно знаю, чем это сейчас кончится. Так, впереди, видите, за барной стойкой? Вижу. Двое, один с пистолетом. Убрать его? Помашите им. Застреливайся? Да, один ликвидирован. Второй гранат тоже. Пошла. Слева бежит. Бежит, бежит, тихо. Газ. Положил, положил, положил одного на землю. На землю, на одного землю, положил, да, да, да. Под окно. Газ на проходах, обходим. Отход, под, подход, подходим. Я вижу там вдалеке еще одного, блядь, но он слишком далеко. Гражданский вышел. А щитовик от вас ушел. Я иду за муниверсом. Нужно работать. О, блядь, а что за хуйня, нахуй, ранили в руку. Ты ёбаный... Твой рот, блядь. Давай, 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 давай. Вижу. Прикрываем, прикрываем. Вперед. Захожу через главный. Парни, что не дропают, дропают справа, блядь. Скоро обратно. Заходим. У нас уже щитовидка здесь. Хорошая работа, Максим. А чё он, Терентия, не ёбнул? Я не знаю. А где он был? За твоей спиной, блядь. Да. По тебе, ты под огнём, ты под огнём. Отлично. Заходим? Да, мы уже внутри. Впереди. На землю, на землю, на землю. Зарепортил. Вижу, Терентий. Одного пушку должен по центру иду, по центру прохожу. Прохожу, вижу, прохожу. Вижу. Потом там все. Там на кухне, аккуратно, на кухне был чел, вижу ее. Понял. Вижу, проверю, чел. Проверю, камера. Обычный, вон. Обычный вроде бы. Я закрою дверь, сюда. Он сел? Проверю дверь. Сел нахуй. Все, он сел. Абсолютно он сел. Пусто, заходим. Алькор, я прикрою. Там спереди что-то есть. Блять, а почему я не могу закрыть это? Вроде обычный чел. Да, вижу. Заходим? Вижу. Там обычный магазин. Ликвидирован. Подозреваем, ликвидирован. Пошли, пошли, Терентий, пошли, пошли. Давай, давай, мы по правой части. Зал, да? Доказал? Проверяй да. Двери. Проверяю. Там толчки вряд ли будут. Проверяй чисто. Справа. Закрыта дверь. Ломаю. Там аккуратно, помнишь, Элькор был чел? Я могу раскрыть флешку, под огнем. Терентий, под огнем, под огнем. Я вот так раскрыл туда флешки. Подозреваем, ликвидирован еще один. Ебашь, можешь заходить потихоньку. Давай, раз готово, три я флешки. Я слева боюсь, вот здесь. Чисто. Где-то. Слева тоже у меня чисто. Он тут есть где-то, аккуратно. Я вижу, прикрой. Давай, давай, прикрой. Еще один где-то. Я дам в дальний флешки дам. Ебать, реально, как спецназ работаем, нахуй, ебан. Вперед, продвигаемся. Растяжки, растяжки, помним про растяжки. Да. А куда он убежал-то, блядь? Ним, да, ребята. Вот тут нету. Ребята, к вам кто-то ушел один. Будьте готовы. Нету, нету, он у меня его. Так, ты завязал, да? Я проверю. Боже, блядь. Чё такое? Да, там у нас трёха такой. Растяжки как ты проверил? Вверх смотреть, да? Они прям видно, слева и справа. А, нету, нету, спокойно. Или ниточку видно. Надо будет пистолеты пойти забрать. Завяжу, прикрой меня. Их тут полно. Я завяжу, я быстрее завяжу. Давай, прикрой, прикрой, давай. В туалете, ага, они тут чистили, блядь. Терентий живой еще? Да, да. Да, я жив. Там впереди контакт. Да. Терентий, продвигайся вперед. Там контакт впереди на 11 часов. За дверями или где? Блять, нахуй ты орешь? За коробками, за коробками. Придурок. Вот здесь? Иду. Свои. Чисто, тут я на мушке. Я здесь все вообще, да? Я это зачистил. Мы круг сделали целый по зданию. Надо проверить пистолеты. Улица, улица пистолеты. Здесь? Пистолеты собрать надо. Вот смотри, лазер пистолет его. Видишь? Лазером свечу. Бля, какой-то фонарик уебанский. Выйди, выйди. Там у тебя 357 магнум был, охуеть. Дыра размером бы с кулак осталась. Я не вижу его. Не репортнул гражданского? Ну гражданских потом. Да, пусти меня, дай пройти. Проходи. Это газ. Он сел, да? Да, да. Я завяжу его. Вяжи. Так, у меня закрытая дверь тут. Справа, там где мы заходили. Со стороны шоссе. Там нормально, открывай. Открывай, Максим. Были там уже, да? Ну тут и заложник стоит, да. Вроде все остальное чисто. А, уже сидит, уже усажен. Угу. Заложника знаете, как зовут? А, как? Джонни. Сильверхэнд? Джонни. Просто Джонни. А, касса свободная. Так, а вот эту дверь? Ну, видимо, а, все. Это дверь нет. Это все, кстати, или что там? Видимо. Rescue all civilian, блин, мы не все еще сделали. Так, не, да, да, еще не все. Кухню проверили там, да? Джонни, фамилия закрашена. Но первая начинается на Б, заканчивается на О. Заблочено, не могу смотреть.
Джонни Бунгало? Он самый, блядь. Надо аккуратненько открыть, посмотреть на наличие. А это что за дверь, пацаны? Ой, а это кто такой, блядь? А, это картинка, ебать. Ну-ка, а я сейчас вот так смогу сделать? Думаю, да. Могу. Мы оттуда начинали, ребят. Мы оттуда пришли, да. Может там, может гражданский там? Вот чел сидит, подойдите к нему, скажите. Что он стоит, блядь, да? Чисто. Да, тут чисто, да, надо идти. О, тут куча гражданских на улице. Они выбежали? Да, куча гражданских. Так вяжи их тогда. А где ты? А где ты? Граждан. Где мы заходили, где заходили? А, понятно. Как вы сюда пришли, блядь? Были, хорошо, выбежали. А где тогда, под... нам нужны еще эти? Они называются плохие. Улики. Улики, да? Люди нужны. Нет, нам нужно спасти всех заложников и арестовать всех врагов. А, это... все. Да, и все. Вот, все, все есть, все, комплект. Все готово. Готово? Да. Бля, поехали на фирму, да. Вообще изи, блядь. А ты все, Терех, что ли? Ну, еще на одну можно, мы просто предыдущий долго. Может, в отель так играли? Бля, или может давайте быть еще одну я пойду. Давай отель, там президентскую дочку спасать надо. Ну, давай, давай поехали. Так. Все идеально выполнили, Б. Не, ну может быть там был ликвидирован. Раненый, ликвидация. Я раненый. Только ранен был один офицер, но... Я раненый был, да. Совсем чуть-чуть должно быть. Может, не все улики свалили. Охуенная. Так, отель, а-а, господа, у нас... А миссий вообще много? Ну, несколько еще осталось. А, президентская дочка была украдена, блядь, да, и держится в заложниках в пентхаусе. Ликвидировать все поймает, угрозы. Ее, сделали знаете, какую-то, тот, не знаю, кто компанию, ее поймает, тот, тот, ее, и... тот ее и гуляет. Если спасешь мир, можно и в задницу. Можно и в задницу, да. У меня тут интересный клип, Тереха коллекционирует пули, называется. А я стою, говорю, мне верс, блядь, проходит. Да, он там под огнем, ебать. А чё с пестика не стрелял? Я выстрелил, я перезаряжался. Resident Evil 4, что Resident Evil 4? Ну, днём едем. Я сижу... К ночи доедем. Второй слева. А я, получается, сижу да у нас все... дальний а, справа. А, так там у всех одинаковые стволы, блядь, или нет? А, мне может быть. У всех одинаковые стволы. А, да. Ну, сразу да надо тут, смотреть. Тут да очень много растяжек, вообще. Ты под одну дверь, а я под вторую. Чисто. Вышибай нахуй. Режим стрельбы меняем, кому? У кого автоматы, режим стрельбы не забывайте. Я всегда одиночный стреляю. О, я, блядь, в автомате всегда. Опасно, одиночным, слушай. А у меня грипп такой, который автоматика, вообще не чувствую отдачи. А, написано, они... что мы убили много, можно было их живыми брать. Ява, давай я. Там пиперии из двери вылетели. Есть в дальнем коридоре кто-то? Лево. Левую дверь. Левую дверь. Левую дверь. На контроле сразу. Щитовидка. Назад. Щитовидка налево. Растяжка, ребята, все в сторону. Отойти, отойти отсюда. Растяжка. Отходим, отходим. Я тебя прикрою, я тебя прикрою в любом случае. Вдруг что там? Занимаюсь растяжкой. Растяжка, да? Да-да. Так, парни, у меня тут дверь. Ну, с другой стороны, и там пиздец коридор длинный, но я вижу одного заложника. Хорошо. Сейчас мы тут разберемся. Готово. Погнали. Щит. Это Вика вперед? Я готов, готов. Походи вперед. Пошел, пошел. Двое пушат, иду, остальные иду держат спину. Я могу рекорд там забаркадировать дверь вообще. И так и сделаем. Можешь, давай. Право чисто. Чисто. Труп, доложу. Слева. Слева, слышал что-то? Да, слышал, да. Чисто, о! Чисто. О! Я ранен. Я думаю, тихо, тихо, он наелся. Спокойно. Рука потеряна. Так что? Хорошо. Толкни. Готов, готов. А что это? Готов, готов. А, труп был мертвый. Нас напали, потому что. Я там закрыл рекорд дверь. У меня бурс, сука, стоял, а не фулл авто. Вот говно. Проверяю дверь. Подожди-ка. Ага. Трех, они в брониках. Ты сидишь с газиками. Да. Ага. Президентов, сука, пиздили. Mm-hmm. С газиками, у меня тут значит? Тоже с газиками, чел, да. Чел обычный в маске обычный. Вроде чисто. Заходи. А чё не Терёха? Передо мной... А так чисто ж говорю. Все, у нас все, мужики. Да, у радуги вот здесь. У меня передо мной, да, в проходе чел. Ну, занимайтесь селькором, мы тогда вас прикроем теперь. Ну я его, как его? Давай, я с тобой. Я открываю. Я с тобой. Подожди, нет растяжки, нет растяжки. Нет, нет, нету, нету, я проверил. Открывай, я готов. Что там, взломать надо? Где он, справа, слева, пацан? Прямо перед тобой прям будет. На землю. Спасибо, Джесса. На землю. Он в маске. Он убегает. Я кое-что забыл сделать. Я тут сзади, сзади, сзади пробежал, пробежал. К вам бежит, ребята. Я прямо. Понял, туда справа. Нет, там есть проход.
Впереди он человек. Это обычный гражданский, обычный гражданский. О ком они говорят? Они убежали. Я тоже не понимаю. Парни, у вас где-то, или вы ушли в другую сторону? Нет, мы стояли где-то на входе. Вот там где-то справа от вас будет чел. Он убежал, вот в эту комнату он убежал, короче. Или там тупик? Да там, наверное, тупик, парни. Одного короче, остальных. Сейчас разберемся. Что, в обратно пошли? Пойдем тут поблочим. Все нормально. Нашли их, да? Все? О, не нашли пока, но мы... Да, он здесь, он сюда убежал. Ладно, погнали пока. Я ему сказал остановиться, разведку проведем. Мы пока разведку проведем. Только флешку можно. Погоди, погоди, я посмотрю. Давай, пошли. Давай. Я флешку кидаю. Оп, подожди, стой. Плохо. Блять. И кому-то плохо там, кому-то плохо от флешки. Даю вторую. Вижу нахожу. Человека, заложник. Заебись флешка, мужики. На землю, на землю, на землю. Я в эту комнату как раз только... Должен быть с чем, должен быть флешка, должен быть с этим. Чисто? Аккуратно. Нет, один должен быть в маске один. Прохожу дальше. Чисто. С тобой. Вот он, вот он. Бля. Пошло, пошло. Идем, идем. Пизда, нахуй. Офицера потеряли. Гражданский убежал. Есть там тоже. Отойди. Тара, давай. Он умер? Я не вижу. Мы заходим с другой стороны. Мы потеряли радугу. А с концами? Да, походу. Абсолютно. Да. Мы выходим на вас, парни. Давайте рестик тогда. Только начали. Тут просто миссия здоровая, мужики. Го, пока газом подышим. Давай, я готов. Ну, давай, давай. Я, короче, уперся стволом в Терентий, он не поднимался. Ребята, а ведь нам нужно два щита. Вот, да. Нам нужно два щита и две группы. И две группы нам нужны. Угу. Уже поздно этот менять. Потому что мы просто слишком сильно жмемся друг к другу. Да нормально, двое прикрывают, трое пушат, ну один вот из них со щитом. Ну вот говорит, я уперся в Терентия. Ну я уперся, нет, так он один сам подошел, они вдвоем были, не мог стрелять, да. Уже пушка у меня вниз смотрела, типа, а не в Терентия. Опять я на машине же от конца. Нет, 3 плюс 2, как в кино. Секунду. Да, тут надо проверять. Столбом уперся в Терентия. Перед нами прямо. Да, можно ломать. А давайте по 4 установим и взорвем. Готовы? Если что, нужно сразу ликвидировать. Макс, давай, давай, поехали. Где он? Подари, пожалуйста, у Муи Яйблыч подписку, пожалуйста. Хуйня карта не привязывается. Ему вампир. Так зарался. С переездом тебя. Он в броне, да? Донейт, пенеоптимизированная гуэна. Как скажешь, Винтер. Спасибо большое. Сейчас не могу, но попозже. Напомните мне, пожалуйста. Что слева? За стеной стоит сразу с пушкой. Щитовидку мне. Щитовидную железу. Щитовидку мне, блядь. Готовы? Ломаю. Готов. Да, ломай. Не стреляй, стой. Он с оружием был, в смысле, ну стой. Ну и что, ну он может не стрелять. Он может сдаться. А, так, окей, я ладно. Я пойду закрою дверь. Ты убийца, Терентий. Я приду к тебе. Что здесь? Я здесь проверяю. Что? Сторону. Тереха. Убийство. Да. Дальше смотрю. Бля, вот Макс, вот так надо работать. Я говорю, чисто. Да. Хуяк ломаешь. Угу. Чисто. Вот здесь, вот эту дверь. Блядь. Ты же сказал чисто. В смысле, не было растяжки, это баг какой-то. Я реально смотрел, не было. Блядь, второй раз, блядь. На стрим было видно, блядь. Переделываем. Серьезно, за хуйня. Второй раз. Я же посмотрел под этим. Не, реально, это баг какой-то. Смотри, Муни, чуть-чуть вверх иногда смотреть надо, чтобы видно было. А, вверх смотрел, да? Конечно, у меня нихуя не было. Тогда хуй знает. Чисто. Настолько чисто, что можно есть с него, блядь. Да я чисто было, вон уже, блин. Ты солгал мне, крутил. Коннор. Это баг. Вот так и надо работать. Не, ну после того, как она взорвалась, само собой чисто стало. Давай, чё, занято. Работаем. 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 Так, типа не вижу мужичка, растяжку тоже не вижу. Блин. В сторону, все кроме щитовидки. Чисто. Не хватило сейчас этой хуйни. Следующий давай. Я пошел закрывать дверь. Работаем. Так. Щитовидку. Чисто. Теперь закрыл. Иду к тебе, Алькор. Здесь человек. Справа, тип. Рабочий. Просто рабочий. Что там, Черкор? Вижу. Работаю. Манивер, смотри, следующая дверь. Я его в стену засунул. Уж ебу его, мужики. Следующее. Углам аккуратно. Не забудь его этот репортнуть. Да, извините, забыл. Чисто. Нормально, чисто. Никого. Но я слышал звуки. Четко. Отсюда. Тут внимательно. Так, да, ну, да. Тут наверху куда-то лестница идет. Подожди, перед потом туда пока не пройдем. В противогазе это и бронежилете. Терентий, при этом только растяжки я не вижу. Только вскинет оружие, ебашь его, понял, Тереха? Хорошо. Муниверс, доставай ствол.
Давай. Готовы? Вообще... Давайте. Третий, бегись! Все, все, он сдается. Растяжка, Родос, тут ебал, можешь ему? Не-не. Ебало ему. Тут. Да, мы его арестовали, нихуя. Хорош, хорош. Долго он тупил, я ему готов уже был ебать. Надо подходить ему на Б пиздить. А, Муня, есть еще подсказка, кстати. Ага. А, когда следующий видишь пошел растяжку, он говорит, типа, споттед. Ага, трэп споттед. Слышишь, Шелькор? Следующий. У меня тут это гражданский мертвый лежит. Ну, не мертвый, а раненый. Там это ты его? Еще гражданский. Не-не-не. Так, не заскулось. А где тут? Трап дизармт. Это я. Растяжка, растяжка. Понял. Аккуратненько. Работаем. Вешай. Работаю, работаю. Погоди. Строители. Два строителя, один задыхается кровью. Я захожу. Слева справа аккуратно. Слева только опасно. И справа, там дыра, видишь? Слева аккуратно. Нормально? Чисто. Щитовидка. Иду. Блять! Сзади, блять. Ага. Я бы не броня спас тебя, блядь. Сзади. Сзади чисто. Сзади, сзади, Тереха. Вот эту дверь. Держу его на контроле. Показывай, пока. Показывай, бегу, бегу. Он за дверью где-то. Его? Нет, еще пока. Я хочу гранат прокинуть. Нет, нельзя, нет, он раненый. Не просовывается. Аккуратно тогда. Пикаем. Не забежал на. Минус. Что за хуй? Блять, нам бы надо. Растяжки бы нет. Двери... Готов? Бля, у нас потери бы надо было бы. Это резина, пошла, живой, резина. Живой. Нет, ты не живой. Писта. Офицер даун, парни. Кто умер, Алексей? Алексей, да. Го в рехаб, поменяем снаряжение. Давай. Да, он уже... Давай. Щит, 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 камера, щит камера, щит камера, щит камера. И третий щит. А, да, да, да. И я третий... просто охуел, я кидаю под пацана флешку, Родос в него зажимает. Еще месяц раз. Да, а ты в него зажимаешь, и ему похуй продолжает бежать и стрелять в меня. Ну я в стену стрелял, да. Так, Джей Блэк и Хамби, ну-ка, проспамьте в чат что-нибудь, хочу вас видеть. Джей Блэк и Хамби. Да, я возьму этот, я возьму... Слушай, а щит это... Какой-то у меня нужно убрать я щит, но не особо. А, ты щит хочешь взять? Давай. Да, да. А где он, блядь? Газ не нужен. Бля, газ... А, да, они же в противогазах, суки. Флешки, флешки. От них нет защиты. Угу. И на пистолет надо, короче... Доброй ночи, я не пользуюсь почти этими. Надо заблокировать двери, в которые мы не ходим. Пока не ходим, чтобы они не могли пробежать. Чтобы они в спину не вышли, да? Да, чтобы они в спину не могли выйти. Уай. Возьмите спасибо себе, кто не большое, берет там... Спасибо большое, Доманшич, и еще за 5 сабок. У меня карьеры большое... что-то такое. Еще ну, 204 сейчас. Благодарю. Возьму эту штуку. Это Джей что Блэк. Ты возьмешь? Блокиратор двери. А, я взял, ну, я подпор, я взял. Говорил, а, у тебя тоже есть? Джей Блэка я не вижу. Вы говорите, не надо, не надо. Джей Блэку я потом тогда сделаю. Ну, просто если ходить толпой, то подпорка не нужна. Если делиться группами, то нужна. Да нет, у нас на большие карты по-любому уже разделение должно быть. А как стрелять? Гренадис. А, я не знаю, я не стрелял за это. И я с одной подпоркой взял. Да все, здорово. Я в принципе ради. Серёх, может быть легенькую броню хотя бы наденешь, Серёх? Да, ну да. Он вышел, реально хуйня. А что она дает? Ну типа, в чем... А пуля тебя может защитить. Так ты умрешь с одной пули, а так она тебе... А в чем минус? В чем минус точнее? Медленнее будешь, чуть-чуть медленнее. Легкую самую возьми, первую возьми. А дайте я пока ладно поиграюсь с этим. Я вообще в тяжелый хожу, заебись. Я тоже супер, я тоже хэви. И еще баллистик маск, да? Да, и баллистик маск тоже. О. Я не хочу прицел этот. Ну, баллистическая маска, по идее, не должна спасать от пули. Она вроде пистолетный, может быть, держит. Но от автомата не должна. О, ты первую взял? Да. Ну-ка покажи. Ну да, у тебя хоть чуть-чуть ты будешь живее, блин. И плюс доп. Обоймы, наверное, у тебя есть. А, это про Тереху. Да, противогаз мне, пожалуйста. А в противогазе типа вот такой вот обзор, да, наверное? Без него еще лучше. Я проверим, кстати. Кстати, да, газик можно снять. Я без газика, я баллистической. Мало ли в ебало будут стрелять. Ну тут только с пистолета, по идее, должна задать. О, антифлэш. Если с дробовика или с автомата будут, понятно, то все равно пробьет нахуй. Думанное. Антифлэш. Чтоб тебе автомат не пробил этот. Тагиловская нужна. Шеф, нужны ставочки, но я сам не могу. Че, едем? Да, а да, миссию да, не, мы миссию не взяли, подождите. Да, отель. Бля, вот это интересная миссия, давайте ее. Давай, отель Крым. Давай. Да-да. У нас фартим тогда, Алькор, Радуга. Я Алькор, да. Да, и Терентий, я им универс. Угу. Ничего хорошего в отеле, блядь, как там. Калифорния это вот. Отель. Гранд Бутет, нет. Хотел 8 заезжает в Гранд Хотел, блядь.
Да, хотел в хотел. Да. Вот они. То есть все эти дипы нахуй одеты, знаете как? Посмотрите на пушки, все одинаковые, все со щитами, блядь. Да. Ну, короче, у кого какой экип, не, он копирует меня... его аж одного. У меня баттлинграм просто. Короче, давайте заходим, и я закрываю двери, которые мы не юзаем. Да мне Владис... Валдис Плов подарил 1000 рублей и даже ничего не написал. Просто так. Спасибо. Чисто, Рик. Чисто, чисто. Жестко. Проходим, проходим. Режим стрельбы. Чисто. Режим стрельбы, не забываем. Вот так выбивая двери, они, по-моему, тоже слышат. Типа, если их не тихо открывать. Так, я закрываю вот эти двери. Впереди человек, да, у меня да. Тут. Иду. Бля, а где щитовидка? Щитовидка? Я здесь, а что такое? Так мы же работаем. Алло, давай. Масфайр, типа, броня. Я двери хочу. Чисто, чисто, Максала. Не, не чисто, чисто. Нас... Справа, справа, типы. Где щитовидка, блядь? Да подожди ты, я же говорю, вы слишком мужчины. Я вроде жив, он жив. Слышишь? Не, он мертвый. Меня как ранили сильно. Как использовать эту хуйню? Справа, справа еще. Вижу. Как закрывать двери? КЗ, мы не пробовали против. Этого, вижу. Дальше еще один человек. Я не понимаю, второй, как раздался. В каске спокойный может. Один того убежал, да? Вот он сидит. Понял, делаю. Угу. Что поделать? Можешь его вывязать пока? Проверю дверь. Остановись. Подожди, остановись на секунду. Чё тут? Я просто проверю. Дайте попробовать заблокировать ее. Ну да, ты есть чисто там? Есть там? Внизу справа. Чисто, чисто, а, вижу, чисто. Вот. Смотришь дверь тогда? Подпор. Всё, я понял, как работает. Ага. Чисто. Чисто. Смотрю. Следующую, вот там левую дверь посмотришь, а я пока... Так, мужики, на позиции? На позиции. Чисто. Чисто? Да-да. Заходите. Тогда я остаюсь на следующей двери. Чисто. Тут не добро, видно. Погнали. Смотрите, заходим, я помню эту я дверь. Поставил, заходим. И я право блокирую, мы идем влево. Сейчас, секундочку, окей? Проверяю. Так, растяжки нету. Смотрю по два раза, блядь. Вот нету. Растяжечка. Здесь чисто. Работаем. Тут растяжечка. Окей, обезвредить, если сможешь. Заходим. Прикрывай пока. Чисто. Никого. Право-лево. Я там сзади, никого? Я там за двери отхуярил. Право, никого. Карман, я, карман. Я блокирую вот эти двери. Карман. Проверю. Чисто. Карман чисто. Давай так, к тупиковую, тупиковую сначала здесь слева. Здесь уже у нас побывали ребята, я так понимаю, здесь один завязан лежит. Тупиковая, тупиковая комната. Тупик здесь. Не проверю, отпикай аккуратненько. Я так. Давай, проходи сам. Давай, ладненько. Сейчас, не получилось? Секундочку. Есть готов. Проблема, Родос. Я не так, могу. Работаю. Я тогда взламываю, вы пикайте. Взламываю, отхожу сразу. Хорошо. Ты не можешь посмотреть? А через верх? А нет, там людей нет. Только пикать. Не открывай полностью. Я пик. Попробую. Давай, давай. Я через верх еще не пробовал. Ну-ка, блядь. Что за... Нет? Да, нет. Не, нихуя. Так, ну-ка. Тогда открываю. Нет, нет, надо... Растяжка! Я разминирую. А нет, нет растяжки, наебал, по-моему. Да, наебал. Есть. Я не вижу. А нет, это, блядь, вижу. Показалось, да, показалось. Да. Нормально, я проверил там. Заходим. Право чисто. Серж, гражданский. Чисто, вижу. Все, больше никого, да? Да, пока нет, чисто. Проверь, Кори, эту дверь. Правда, положишь? Да, игроклёвая. Положи штуку под дверь. Следующего. Давай. Пошли. Там ребята, ты говоришь, уже готово. Были. Да, но мне показалось, что да. Здесь растяжка. Там, чисто, там где бы закрыто, да. Чисто, это... чисто. Работаем. Ага. Вон, я же говорю, да, тут прям перед дверью чел вон стоит. Там тупик, смотри. Прям перед дверью с оружием. Давайте я бы его пострелил и застрелил. Проверим. Давай. Дверь, которую я заблокировал изначально. А подожди, подожди. Вот, эту. Подожди, вот тут заблочена тоже дверь, смотри. А я вижу, он в каске, знаешь, он в каске с оружием? Подожди. А, отошел, мой. Он отошел. Это ребята тут заблочили. Ребята здесь все были, да, там. Мы заблочили, да, мы заблочили специально. Ладно. Ты вот сюда идёт, чел. Вот это проверим. Понял. Так это Тереха на вход. Это центральный коридор же. Я открою? Ну, не знаю, что не открою, не открою. По-моему, не открою. Да. Мне ну, не уверен. Ну, сейчас посмотрим. Я чела сейчас через дверь прострелю. Ты готов? Так, подпорка. Растяжек нету, чисто. Он упал, походу. Если он никого. Выжил, я охуею. Да упал куда-то. Чисто. Да, полностью чисто. Пойдем. Окей. Блин, мы никого даже не встретили. На каком вы этаже, ребят? На вашем все еще. Не меняли этаж. Понял. На второй можете подняться, вы там можете, да? Хотите? Подпорка. Что за подпорка? Это ребята оставили подпорку? Да. Да. Это, да. Чтобы дверь можно открывать? Да.
Это чтоб нам в спину не прошли. Ну мы тут уже у вас в спине. Здесь все поработано. Так, не, ну, не все проработано, спокойно. Тут еще дофига всего. Не, ну здесь мы сейчас вот проходим, где подпорка была, вроде все спокойно. Это что? Я не это просто заглушка, я так понимаю. Ну так ага, подпорочку понял. Мы поставили мы здесь, чтоб со спины никто не зашел. Ага. Чисто. А вы двери за собой закрываете или что? Да, потому что вот в прошлый раз там прям в спину разбежал человек и разрядился. Вот они, ребят, должны быть в этой сумме. У нас контактов потери. Меня захуярили. Ну ладненько, я могу в спектаторах посмотреть. Тут прям перед дверью чел стоит. Но ему надо сказать сначала, что... Блин. Ебать, чел меня захуярил. Он оружие в руках пока не держит, может сдастся. Давай. Блять, откуда? А, я понял. Но он раненый какой-то, блядь, потерянный. Это я его в эту, потому что ударил дверью. Ебать, он сдался. Ага. Не, нихуя, сука, наебал. Наебал тебя. Он сел, блядь, потом достал ствол быстренько. Ну, сработано хорошо было. Блять, я замьютил нахуй микрофон, чтобы ребят не слышали, а я забыл, что выключил его для вас тоже. Давай потихоньку будем это. Чисто, блядь. Мать, готов гробы. Блин, Максона потеряли, жалко. Блин, у меня два магазина фуловых осталось и еще чуть-чуть. А я могу тебе сведать? Хотя мне МПП нравится больше, если честно. С этим стараном, да? Она прям ебет. Придется открывать так. Да. А С4 у вас нет? Открыто. Блять, ну опять не было растяжки, ебаный в рот, ее просто не видно было. Пиздец, да что за хуйня? Ее то видно, то не видно, блять. Ой, да, там. Ладно, универс ногой как топнул. Вы всегда делаете перед тем, как дверь открыть, пик-дор? Делаете, чтобы это, пикнуть туда, и все. Да, пикать, да, блять. Да, нет, просто понимаешь? Она натянет растяжку и не взорвет. Да, но просто, блядь, ее же должно было быть видно в камеру. Ой, ребята, двоих, что ли, ебануло в раз? Да, блядь. Растяжку не было видно. Мы рядом с тобой умерли, Макс. Я рядом прям. Прямо в следующей дверь. Ну нормально, как раз будем. Хоронить будет в одном гробу. Всем отрядом полегли. Ебать. Да сейчас, подожди, нас еще ребята отъедут, блядь. Здесь прошел какой-то Джонни-убийца. Да, он не знает, как зовут Джонни Бунгало. Джейсон Борн убил всех наших ребят вообще. А ты где, Радос? Ладно, ребят, я пойду, наверное. Я дальше пошел. Да. Игрушка крутая, я бы еще зарубился. Давай, давай, Тереха. Давай, Тереха. Ты пошел по трупам наших ребят, зовите. Да? Не. Я вон там, блядь. Ай, громко как. Все, спокойной ночи, спасибо давай, за игру. Пока-пока. Увидимся завтра. Где Радос, слышишь меня? О, блядь. Да ты тварь, блядь. Право кто-то еще орет. Дэдшот. Блядь, проверь, никого. Спокойной ночи, Кэр. Дробовик ебет. Да хуй знает, дробовик что-то не очень хочется брать. Мне пока МП5 очень понравилась. Она прям серьезное оружие. Вы будете стримить сейчас или это ББ? Тут уже будем. Человек есть. Скорее всего будем. Но растяжки нет? Растяжки не вижу. Ну пока, ребята, здесь можно и постримить. Не вижу. А, ну тут ребята были там. Но тут еще не везде. Ну нам наверх чисто подниматься. Ну, можно, конечно, почистить эти две комнаты. Но первый этаж, мне кажется, еще не полностью чистый. Потому что мы же к ребятам... Тут человек! Он с оружием, он вооружен. В моем проходе. В моем проходе? Да, вот в этом. Нравится тебе? Он ушел на этот... Держи его на этой, на прицеле, держи я флешку там. На левую ползу? Да, он на левую ушел. Ой, бля, ну тут длинная. Видишь, хуйня, не видишь? Долго еще планируешь стримить? Не очень. Бля, сегодня... Вы не поверите? Убежать. Полночь, но у меня еще сегодня есть куда делишки. Угодно. Погоди. Флешку направо даю. Хуёвая никого флешка. Нету. Там никого нету. А справа? Там шкаф, он открытый. Да он съебался, блядь. Ребята были, он съебался назад. А, тут проход. Иди ко мне, Радос. Иду. Это не шкаф, это проход в Нарнию. В смысле, блядь? Ну вон. Не, ну вон. Подожди, ты не видишь, что здесь дырка вот за тебе? А, вот это я вижу. Да, аккуратней. Ох, потому что он тут сидит. Лиза же есть какие-то делишки. Бонго. А это шо? Желательно ей помочь. А, ну это в туалете, типа, я понял. Ох ты какой. Ля, красавица. Да, подсматривает за туалетными утятами. Ну хуево, что он мог съебаться, блядь, вообще.
Куда угодно, он может быть вообще везде. Поэтому нелегал крутой. Вот здесь может быть он. А, не летал. Понятно. Мне кажется, он тупо назад убежал вот сюда. Можешь, знаешь, что сделать тут? Подпорочку, да, давай. Потом его еще найдем. Он же не догадается, как подпорку снять с обратной стороны, правильно? Вот эта дверь что? Не открывается вообще. Валяется тут. Это текстурные двери в отеле специальные. Ну, от этих. Так, это мы под курку ставили тоже, а туда мы пришли. Ну, пошли нам на второй этаж. Да, пойдем. Блин! Да, нахуй. Я он бежит, блять. Пиздец, он тебя ёбнул, нахуй. Откуда он прибежал, вопрос? Снова из этого прохода. Я не знаю, нет, где понятно, он сидел. Нет, он там взялся, блядь. Джон Уик, нормально, блядь. Нормально, нормально. Сейчас... Тут либо я сейчас взорвусь нахуй на это, либо не взорвусь. Блядь, не взорвался. Вот тут либо я взорвусь, либо не взорвусь. Давай. Я не могу, блядь, взорвать тут. А могу. Блять! Ебать! Через стену! Ебать, а через охуеть. Стену там. Он даже, ты даже ногой не ударил, они услышали, как ты ногу поднимаешь. Ты только, да, они, блядь, ты еще даже не ударил, блядь. Я охуел, блядь. Да, это тяжело, блин. Так, ну теперь вчетвером работаем, мужики. Да, ну одну, два на два делимся? Не, одну группу ты еще одну группу. Блин, мне кажется, два на два можно было тоже. Да ну щит лень, бля. А, блядь, я забыл пушку поменять. Ну ладно, похуй. Настроя, блядь. Я за рулем, все нормально, мужики. Ну давай тогда одной. Одной это точно нормально. Смотрим, мужики, смотрим. Так, главное проверять растяжки. Щитовидка. Я не вижу растяжки. Вижу типа, женщина слева заложница. На консьержку похожа. Чисто. Ну, значит, никого нет. Режим стрельбы, режим стрельбы. Блядь, просто в дверь стрелял, нахуй. Он просто в дверь стрелял, я видел, что у него пушка, да, из двери торчала, блядь. А вон руки его, да, трясутся. Да, у него пушка из двери торчала просто, блядь. А кто ляг, кто лёг? Ликвидирован. Там универсальца. Я всё. Ну чел, ну он просто заспавнился внутри двери, поэтому он тебя типа видел, а мы его не видели. Нормально. Блядь, просто был какой-то, какая-то жесть. Это мини-баг. Это он, кстати, через дверь тебя захуярил. Да, да, да. Да, 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 он через дверь убил. Ебать, они там на слух стреляют. Может, не тех чуваков форму одели, я не понял. Не, ну серьезно. Ну да, да. Это уже вторая группа погибла. На входе, блядь. Так, работаем, парни. Щитовидка. Растяжки не вижу. Также не вижу остальных челов, так что не. Чисто. Он, скорее всего, кстати, на выбивание двери согрелся. Да? Но это нет, же громко, нет, блядь. Нет, он согрелся на то, что мы начали говорить и пчелы. Закройте двери сзади. Все, да, то уёбок стоит за дверью. Так может прострелим? Щитовидку, да нет, щитовидку, будем щитовидку. Его. Да, будем, будем. Погоди, стой. Растяжек нет, нормально. В сторону. Он сдался, из-за двери закрыл. Мы уходим. Извините за беспокойство, блядь. Извините за беспокойство. Мы дверью ошиблись. Мы на день рождения к девочке пришли, блядь. У него, кстати, ружье. Справа чувак в бронежилете. Жилькор, Жилькор, а ты зайди внутрь и под флешку. Внимание, работаем под флешку. Тыкай. Могу зайти. Это он попросил помощи. Ребят, ну флешка не понадобилась. Угу. Ну, у него ружье есть? Нет. Ладно, пошли вот сюда пока. Проверишь мне тут дверь? Да, проверю. Так он обычный гражданский, просто в броне. Может, это какой-то служащий? Может. Сишка, сишка тут. Отходите, выбиваю. Растяжка, 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 раз, растяжка, работаем. Блин, раз, растяжка! Два. А вот это, подожди, а это что такое? Я знаю, как растяжку минировать, без этого. Стой, стой, без минирования. Не надо ее расстреливать. А зачем расстреливать? Я C4 бы сделал и все. А так сработает тогда эта штука. А там гражданские внутри и все умрут. Минус поинты будут все равно. Ему просто ствола не досталось. Готово. Щитовидка. Ты, кстати, когда говоришь вот так вот, они будут агриться на крики. Да, да. Простреливать. Это не ярл. Ну, кто-то, ну я, так я же не говорю, не сказал, я же не сказал, кому конкретно, ты сам ответил. Я думал, ты первый пошел, типа.
Ты просто вроде бы это говоришь каждый раз, но я слышу, как муниорс говорит да-да-да, блять. И hands up. Чисто. Проходи. Все вроде бы, да? Здесь чисто тоже. Работаем дальше. Угу. А тут проверяли угол? Нет. Нет. Ну, мы тут были, но дверь нет. Но это вход... А, подожди. Это ванна. Есть там кто в ванной? Никто не моется, по крайней мере, и сишки не видно. Но... Здесь тоже чисто. Ох, блядь. Так а чё, ты говоришь, никого нету, почему бы не давай, зайти? Давай, закрывай. Чисто. А, ну тут мы были уже с Муниверсом. Ой, с Алькором. Не, просто ты... Может, парни, сразу на второй этаж? Я нет, привык... нужно зачистить первый. Тихо. Заложник, заложник. Там, по-моему, вот здесь, убежал. За дверью, по-моему, орали. Он сейчас, сука, дверь закрыл, блядь. Слушай, это... а там может быть растяжка? Кто ручкой дергает? Кто ручку дергает? Это он дергает. А он может ручкой дергать? Ой, может, и не только ручкой. Он заебал, нахуй. Он что-то скрывает за собой двери, блядь, интеллигент. Ебало его. Максим, тут может быть чел, хорош. Аккуратно. Хорош, хорош. У нас тут чел в прошлый раз был. У нас тут мертвый чел. К вам, а, он просто съебался. Да ебаный твой рот, блядь. На землю кусок гибашево, блядь. Как его пиздить, как пиздить, парни? На Б. На Б. Все, вижу. А на второй сет use of force. Ебать, он убегает сват. Как ебанутый, блять. Мы ему поебало просто раздали. Тупо сват. Так, так, получается, осталось только жилые номера остались, парни. Тут да. Растяжка, погодите. Нет, еще чел, какие жилые номера? Еще. Ну, да, да, жилые номера. Ну и на первом этаже нужно это идти. Вот тут направо дверь. И жилые номера. Что за растяжка? Я уже ее убрал, тут вообще дверь. Ладно, ну, пойдем, коридор, пойдем, откуда мы пришли. Пойдем пока в этот, короче, в рас... к ребятам. Здесь чисто? Да, все, пойдем. Пойдем. Кодочку. Вот тут, возможно, я растяжку не видел сейчас. Ну-ка, дай-ка погодим. Я работаю, работаю. Там чел, а не растяжка, идет прям к нам с автоматом, перед дверью он, стоит. Он только вышел, только вышел. Можно расстрелять, блядь. Нет, так, нет, парни, нужно его арестовать. А. Растяжка есть там? Щитовидная. Растяжка там есть? Растяжки нет. А щитовидка. Вот нужна. Щитовидка. Слушайте, вот это проход аккуратно, там слева чел тоже есть. Хорошо, окей, он прикрывайте. Перед дверью. Он прям работаем. Перед дверью. О, отошел уже. Я ранен. Нормально, нормально. Ранен. Перевяжись. Он ликвидирован? Да, да, да. Щитовидка вперед. Чисто. Двигайся. Справа, слева, справа могут быть. У дверь. Нас сзади еще левая дверь. Непроверенная. Левая дверь. Проверьте левую дверь. Проверяю левак, левака. Так. Чисто, но я пикну. Подожди секунду. Да. Зарепортить чувака надо, который лежит. Пиздит кто-то? Да, дальше там. Я с тобой. Присядь. Я тоже с вами, я тоже с вами. Есть чел. С оружием. Убегает. Он еще спиной. Это другой стреляет. Я его другой убил. Ребята, ребята, в ванной, ванной угроза. Ванной чел с автоматом. Терпи. В дверью прямо. Чел у меня, дверью, у меня. Слева или справа? Назад возвращайтесь. Подожди, у нас тут человек. За дверью, прямо в двери, прям в двери. Он прям в двери, блядь. Он прям аккуратно, Алькор, Алькор. Там есть угроза. Там есть угроза. Щитовид нужен. Полегче, Радос. Я так разделил магазин. Один открывай дверь. Я, короче, расстрелял вот этого. Пикаю. Я понял. Стой. А ты чуть-чуть приоткрой дверь, я туда флешку закину. А забей, какая флешка? Сейчас я сишку поймаю. А, сишку, ну так он умрет сразу, нахуй. Тише, ну, давай. Флешка. Работаем. После давай. Флешки заходи. Алькорес, что, ты готов? Готов. 3-4. А, вот он, вот он. Он мертв? Да, он мертв. Ага. А? Есть флешка еще одна в туалете? Есть. Ушла. Есть, он тут. Пизди его. Так это гражданский. Так, бля, я видел, как из двери чел нахуй стрельнул. Ну я в того типа два раза захуярил броником. Да. Ну да, он спиной стоял, убегал. Парни, вы где? Надо соединиться. Мы внизу, да, в номера чистим. Угу, мы тоже там потихоньку. Ладно, пошли обратно. У нас еще вот сзади двери непроверенные остались. Нет, не еще есть. Ну это главный вход, я так понимаю. Get down and show your hands. Пойдемте ко мне, где мы заходили сюда. Пойдемте, коллеги. Где универ стоит? Ну мы тут еще не проверили. Да, мы тут еще не тут, блядь, нахуй это. А если растяжка? Растяжка с этой стороны. Не, не здесь муни, вот здесь вот. Вот сюда вот. Это внешний. Типа. Это мы. Да, блядь, ребята, направо. Сюда. Все. Тут муниверс чекает.
Да-да, чекаю, секунду. Чё там? Это же маленькая комната. А что ты хочешь, Алексей? Чисто. Пойдемте, у нас там еще не проверено просто комната. Пойдемте проверим там комнату. Майнстенс чисто, но я вот так вот. А, ты хочешь туда в проход зайти? Вот здесь вот проход, да. И тут две двери аж. Мы вообще пушки не собираем. Мы сюда пришли. Нет, вот, вот эти две двери не открывались. А, вот эти, огонь! Контакт! Огонь! Контакт! За помощь! Убит вроде. Блять, какая ОМ-ка говно, блять. Кто открыл дверь? Кто дверь открыл? Жив. Это я открыл, я. Я нормально. Главное, живой, блядь. Я сейчас видел... А что, МК хорошая? Не-не-не, МК заебись. Мне не нравится. МП5 намного пизже было. Я сейчас видел антиработу свата, потому что спереди стоял человек с автоматом, а сзади щитовик с пистолетом стоя, блядь. Стрелял над человеком с автоматом. Прям здесь человек в маске, но вроде не вооружен. Можно выхватить. Готовы? Работаем. Да. Ага, готово. Маску натянул, блядь, клоун, что ли? Ты что, не закрывай дверь, блядь. А может, что-то его одели эти преступники, типа, чтобы мы думали, что он один из них. Как в Джокере. Большая открытая комната, аккуратней. А не, он суспект, слышь, он подозреваемый. А тут еще дверь, смотри. Чисто. Спереди один рабочий. Растяжки не видно. Сейчас дробовик попробуем. Готовы? Да, давай, в замок стреляй. А, ты про это дробовик? Дробовик, в смысле, мне поменять оружие надо. Put your hands in the air! Hands in the air! Put your hands up in the air! Сука. Вечеринка, ё. Растяжка. Вскрываю. Оп, готово. Погоди, с другой стороны, может, тоже решили с двух растяжку поставить, блять. Да не, с двух там не мы может уже быть. Были. Не может быть? Не-не-не, это он только с одной. Тут мы были, да? Да. Блять, я бы дверь, если бы минировал, то с двух сторон бы минировал, блять. Ну ты прям как это, как на Чеченской войне, когда труп переворачиваешь, а там взрывается, понял? Ну типа, еще так, у нас дверь непроверенная вот в конце, дверь. Да. Вот дверь. Погнали. Ну типа ты подумал, что разминировал, а вот нихуя. Но он без оружия вроде бы. Без, да, оружия без... вроде бы. У меня тут появился сюда, когда... Так, секунду. Растяжки нет, вроде секунду. Нормально. Когда входите в комнату, один открывает дверь, другие контролят сектора внутри, центры и боковины. Заходите после парами влево, вправо, в слепые зоны. А теперь, мужики, показываем, как мы работаем, блядь. Я вон обратно ложись, сука. Да ляг, блядь, ляг, нахуй! Чисто. Никого нет, чисто, нахуй. За совет, конечно, спасибо. Ну ты понимаешь, кому ты это говоришь? Мы же стримеры, блядь, скопы. Так, ну теперь выше получается. И да. А мы номера не все проверили, ребят. А еще да, не все. Да-да. Это обязательно. Вот. Это номер, конечно. Он не видел, как мы это... как Максим сел с автоматом, вернул, я с щитом зайдет, сижу, стреляю. А туда мы пришли, Элькор. Да. Ну типа тут надо пропускать, щит заходит первый. Понятно. Так, ну это дверь последняя осталась, давайте ее. Работаем. И потом наверх идем. Подглядываем. Видим ли мы растяжку в универс? Нет, я не вижу. Алькор в моей позиции. Оп. Освобождаю позицию. Лево аккуратно, там проход цельный. Я проверю. А, не проверю. Может под флешечку ворваться туда? Можно. Дверь проверю. Я бы во все углы под флешку заходил. Ой-ой-ой, тип стоит! Тише. Сразу. Спокойно. Растяжку нельзя поставить, спокойно. Он с оружием, ребята. Надо пикнуть, Радо. Пикнуть. Я давайте и резину туда ему дам, блять. Готовы. Пикнуть, поехали. Радо, пикать. Пик, Радо, пикни дверь. Радо, пикни. Дверь, пик. Слева пик. Слева пикни, на ручку. На ручку, тихонечко, на ручку. Тихонечко. Ага. Да, сначала это с ней. Там растяжка? Блядь! Зла резина. Блять. Заходим. Заходим. Там растяжку успели снять? Ага. Только оружие брось, уёбок! Оружие брось, блядь! Я пизжу! Бросил, красава, и он бросил. Ебашь, щитом. А, блядь, а куда граната улетела? Я точно... Вот, я прям точно вот она упала. Вот одна, да. Одна взорвалась, вот. Что она значит, все рофлят? Сработало же? Алькор. Нет. Блядь, Алькор. Я сзади, пиздец, я чел, флешка кидал, кошмарная просто. Максим, нормально, у меня клип есть с твоего канала. Это Максима клипашку? Да, моя. Клип есть с твоего канала. Бля, Алькор, а где там мы нашли помещение, дырку, понял, с этой? Это здесь, справа. Вот тут справа, да? Эта дверь не открывается. Так что там дочка президента, она ждет нас вообще? Она наверху, вот здесь дырка. Вот у нас. Да, но я там уже был, там чисто.
А, там пусто. Ну все, тогда там, наверное. А в Нарнии? Второй. Где Нарния, кстати? А вот Нарния, вот она. Были там уже, да? Да. Да, да. Все, заходим туда. Ну, нам не туда, Максим. А здесь мы разве не сможем? Вот зеленое, подъем написано. Ебать, муниверс, а, вот, муниверс с собой. А я наебал вас. Чёрка? Ты вот мимо этой двери прошел, она рассыпалась у меня в прах, а блядь. Где вы, парни, обратно? Она в другую зал. Калькору все. Да, пойдемте нам в другое место. Так, подожди, идем. Принцесса Пич, вижу одну принцессу Пич. Я уже с радугой наверх поднимаюсь. А, да? Ну все, мы за Радосом тогда. Радос, что там? Он со щитом, все, за ним безопасен. А где муниверс? Я за Алькором, я за Алькором. С нами. Мы же, давайте когда умирать, опа, чисто мутим 8, я разговариваю. Вижу. Чтобы не знать, там позицию есть такое. Позицию. А можно вот так вот? Да-да-да, вот так вот. Ну все, тут тупик. Проверяем. Так. Растяжки не вижу. Растяжки не видно. А давайте общаться на английском, парни. Видно fresh ice coffee. All right. Let's go. Shield ready? Shield ready? Let's break this. I'm ready. Break this. Breaching in. Let's go. Left. Check angles. Sector. Let's go left. Let's go left. Shield. Что за индус? Let's go left. What do you do? I'm from Bangladesh, блядь. I'm chicken. Ужас какой. Осуждаю, пиздец. Очень много врагов, очень много людей. Two men. Two guys. Two suspects. Shield ready. I'm ready. Breaching in. Let's go, come on! What the motherfucker! Shots fired! Shots fired! Take a grenade! Okay! Flashbang! Okay, let's go! Breaching in! I'm coming, okay. Coming, guys! Breaching! Okay, let's go! Let's go, my friends! Cover me left! Cover left! I see the daughter of the president! I don't see anything! Cover back! Okay, sector clear, stay sector clear! Suspect killed! Where are you from? Oh, one more! Oh, no! Окей, okay, let's go, Красава. Красава. О, это дочка. Yes, this is president's daughter. The daughter, I'm... Daughter, блядь. Back rooms not checked. Bell Brady. You sure, from his Англии, блядь? Arrest. Back rooms? Back rooms, no, we need to clear this sector. Oh, one more. Clean sweep. It's a bathroom, let's go. Oh. Guys, we don't need to work in SWAT anymore. Come here. guys, we're rich. Yeah, we are very rich. Guys, clear. We can buy some yachtas, блядь, and go to the Pacific Ocean. Oh, let's go. We don't need this. This is money? Бля, мы забываем репортить, трупы. This is blood money, my friend. Blood money. Hitman, great game. Blood money. Okay, what are we doing now? Oh, guys. We can give this money to the charity. Больно, блядь. God help me. Максим, у меня дверь заклинило. Я причинил. We need to repair this. Причинил. Okay. Let's go. Let's go. Clear. Sector clear. Let's go back. Let's go right, guys. Right. Right. Okay, right. Or left. Right. Okay. Cleaning sector. Right? Okay, no any money. No suspects. Anybody? No any money. Put your hands up in the air. Put your hands up. I'm checking, guys. Checking. Oh. On position, ready to breach. One guys for middle. One guys but, middle. But without weapon. Shield. Weapon. Shield, get ready. I'm ready. No breaching weapon, in. No breaching in. He's running. Okay. Stop running. Okay. He's down. Be careful. Be careful front. I check left. He's down. Restraining him. Check the. I check left side. Okay, sector clear.
Civilian restraint. I'm going... Guys, take it. Let's go. Taken. Let's go. Hihachi, I will play Hihachi. This is door, one man, four gun. With a Drobovic, shotgun. With shotgun, yes. We need shield right here. Okay. But we have Indian shield. Guys, where you are? Where was my shield? Breaching in. What the hell? Let's go. Come on, let's go. One man. This door. Yes. For gun, one shotgun. Get ready. Breaching in. I'm ready. He's right. Another guy. I'm on. Motherfucker, he's running just. Right clear. I'm here. Let's go. Don't be afraid. I can flash. Okay. Suspect down. Okay. Civilian. I'm go forward. Yeah, go. I'm coming with you. Restrain civilian. Okay. Sector clear. I'm bandaged the civilian. Okay. One door on me. Balcony. We done all our missions questions. Oh yeah, we really. But yeah? Not rescue all civilians. Oh, civilians. All right. Guys. Check guys, the растяжка. We was here. We was here. Relax. Yes. Yeah. Okay. Relax. We wasn't here, I think, or was here as well. Don't forget that the doors have растяжкас. Yeah. Tripwires. Wow. This is coffee machine. Oh, Tripwire Studio. I know. Look, this hotel is so rich, but they're using gas. Варочная панель. Yeah, gas. Gas. I'm gonna step on the gas. Whoa, watch this unbreakable bottle. Whoa. We need to. We're a rich hotel. No, we need to get this bottle and put it in our plate carriers, блядь. And we're gonna be invincible. Yes. Yes, of course. Task force. Yes, of course, task this force. This is Radu. This is Indusian. Indian. Indian soldier. I tell him to hands up door. Wait. It's not a door. No, I mean. No, it's not a door. It's suspect. It's suspect door. Suspect door. Okay, push your hands up. No. Check. It's not door. It's not a door. Really. Okay. It's prank. Prank door. We don't have a door. Yeah. Okay. Let's split up. Split up and see civilians, guys. Yeah. Let's go. We great team. Great team, yes. Amazing. Team. Amazing SWAT task force. Great team. President Dutter is saved, we're rich, and we only lost nobody. I save President Dutter. I fuck President Dutter. Predator. You're a predator. Шановні, так може буде українською розмовляти? Так. Я не є в нам сотим лиш. Suspect, I found the suspect. Oh, all right. Хоч сюди, курва, зимно, курва, хоч сюди. Все, заканчивай. Yes. Page up, everyone. Page up. And hands up, everyone. Put your hands up in the air. You think we're SWAT? No, we're party task force, блядь. Ну, по-моему, на четверочку, да? Или на троечку? Блядь. Ну, практически идеально идет все. Мне кажется, это четверочка. Б. Конг Склад, блядь. Может быть, А даже? Не, забрали он, Б. Вот кто? Никогда... Это помнишь, когда мы отпиздили чувака, который убегал от нас по всей комнате, блядь? Да, это вот он. Вот за него, блядь, похоже. Так, о, дробовик. Мне... Пора на ферму ехать? Поедем сейчас. Так, что там? Primary weapon, шотган. Какой самый мощный, блядь? 870 выглядит пиздато. Флачету ставь туда. Чтоб этот, автоматически он был 100 по 100. Да, тогда М4 супер. Я, наверное, поменяю ту же пушечку. Хочу попробовать что-то другое. Когда спать? Скоро. Блин, в Южно-Ковальске скидывают какие-то видосы. Города слагает. Слагаю? Ты прям телепортируешься из стороны в сторону, как Курт Вагнер. Блядь, а сейчас... ты с SA-58 пробовал, Макс? А?
SA-58 пробовал? Нет. Я попробую тогда. А я вот возьму памп шотган, не автоматически. Какой возьму, чтобы ебать? Ну такое, что-то, что-то похожее на него. А Сашка же? Я в принципе рейди, ребят. А что, у нас стартанулось уже что-то? Или меня выкинуло просто? Просто выкинуло. Десинхрон. Тут есть локашн тест левел, это не то, что нам нужно. Ферму, да, поедем? Your connection to the host have been lost. Your connection to host have been lost. Everybody тут very современный компьютер, блядь. And very distinguished dog. Look at this dog, it's really distinguished. Computer needs... Может, PNV на ферму? О, пойду. Там темно? Если там темно, то PNV интересная штука. Бля, давайте PNV, да? Ну, давайте PNV. Так, это куда выбирать? Это в loadout gear. Gear, hardware, NVG. Night Vision Googles. Night Vision Googles, yes. Really distinguished. Так, это где, в Gear? Gear. Metal Gear. Ага, solid. Yes, yes. Так, одна минута перекур, возвращаюсь, едем. Угу. А вы поставьте себе на стволы лазер, который для PNV, парни. А так обычный лазер тоже в PNV виден. А второй лазер виден только в PNV. Только в PNV, да. Ну да? А смысл от него? Они вроде не агрятся на лазер. Пока что. Еще не поняли, что такое есть. Да, тут есть два типа глушителей. Маленький и большой, блядь. Ну, мудро большой глушит. Глушит лучше. Я тоже об этом думаю. Everybody, put your hands up. Да тут фонарик уебанский. Да, а фонарик тут очень слабо светит. Да, типа узкий каким-то этим. Да, я не могу здесь пройти. Здесь? Ебать, лазер тупо нахуй. Ебать, ППшка лазер. Да, ты что думал? Здесь мужики, а меня будет ждать говяжий доширак, прикинь. Вау. Вау. Да, погнали. Бля, вот жалко, у нас нету дошиков русских. Давай, погнали. А шо у вас вау. Есть? Вау. Роллтон, Мивина, знаешь. А почему доширака нет? А дошик, он же не русский. Бон. Дошик же, кстати, корейский, если я не ошибаюсь. Биг Бон норм. Биг Бон, да, только есть, единственное. А, бля, сейчас я бегу к вам, сори. Вот бы кто-то по почте мне отослал 10 этих... Бля, 20. 10 миллионов коробок. 20 миллионов коробок. Я потом коробки хватило бы с дошираком. Бля, реально, кто может из России прислать мне дошиков? Тут говорят, что в Молдавии дохуя говорят в этом. Не, нету. В Молдавии нету дошиков. И мы, блядь, столько магазинов перенесли. Мы в Приднестровье даже тоже нет. Вы просто не там покупаете. А мивины нету, кстати, в Приднестровье? Да есть, мивина уебанская, это не там лапша, говно, блядь. Ебать, сколько украинцев не спрашивал, говорят, мивина топ. Ну она прикольная. Ужасная мивина, бля. Ну вам просто это плохую возят, которая не прошла проверку. Подожди, я что все жут полное погружение? На секунду подумал, что я смотрю реальную работу спецназа США. Вот это вот бричины, let's go, right, left, left, right. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Это реально. We're not task force, we're party force. Мужики, ебать. А как PNV? Ох, нихуя себе. Ух, ебать. Мужики, удивительно, кнопка на PNV N, кто ж знал? Кто бы мог, блядь, подумать? Лазер, а мы здесь можем пройти вообще? Так, парни, виноград собирали когда-то? Мужики, так, вот делимся непреодолимая, непреодолимая преграда в виде, блядь, так вот слева проход. Нет. Это что за хуйня? Почему я не могу здесь пройти? Потому что сват не топчет чужие посадки. Пошли, парни. Пошли, хлопцы. Проходим. Shield guy. Go first. I'm here. I'm here as well. Оп, погреб. Let's go to погреб. Let's go to. Пошли через погреб. Винегар погреб. Идем, пацаны, идем. А how подвал? Селлер. Селлер. Селлер мун, да. Селлер мун.
It's a shaft. Погреб. Погреб. Let's go left. Эй, let's go left. We don't check left. Okay. And right. А тут, кстати, без ПНВ все видно. Вы уверены, блядь, что нужно ПНВ? Yes. I look in PMV. Okay. I see everything, блядь. I see the flashlight. Okay, it's clear. Big погреб, I see the рабочик. Рабочий. Worker, worker. Worker, yes, worker, yes. Это не на... Блядь. What the fuck? Я Подожди, а почему они одеты как мы, блядь? Как он оказался тут? А почему мы одеты как мы, блядь? Yes, это террористы, потому что террорист какой-то. Охуеть! It's CVK. Я думал, это кто-то из наших, блядь. А я вижу, как, блядь, Максим смотрит на кого-то, да хули ты во мне стреляешь, блядь? А я, не, так я вижу, я же не стрелял, думал, что это кто-то из наших, блядь. PMC, блядь. Бля, чел мог, блядь, как нубиков зарашил, блядь. Подступники. Ты как на армии 3 Тушина, когда только ввели, правил не было, можно было вражескую форму одевать, вот был мем. А потом запретили, блядь. Разгрузки только разрешили забирать. Alright, guys, it was a bad dream. Nightmare, let's go. Very, very bad dream. And another team was here. And another. And another. Let's go. Oh yeah, shit man. Shit man. Shit man. Oh, Universe, sorry, let him man. Go. Shit man, Universe, sorry man. Too big. You need to... Big dick. Thank you, guys, thank you. To, my dick is very hard. Many, not many pontics, блядь. Hard and strong. Not many, блядь. He means small amount, блядь. Many is mammoth from... After. I don't know where to put it. Guys, does SWAT have a time for Dosherak or not? Yes, we have Dosherak in our ass. Лапша и окорок Тамбовский. Окорок Тамбовский. Лучше, чем товарищ. Тамбовский окорок. А where is it? Where is shit guy? Shit guy, let's go. Shit guy. Oh, I hear the footsteps from left. Left. Steps. Okay. Left. Left, oh. Super left. Super left. It's nothing. Super mega left. Sector clear. Let's check this. What the hell is it? It's clear. Where is clear. All okay. Clear? Where we are doing? Let's go. Very for, big pogreb. Let's go for the shield guy. Shield guy, let's go. We're following you. What is pogreb? Pogreb for... For bochkas with shit. With... See, suspect downfall. Oh! I don't see it. Put your hands up in the air. Put your hands up. He doesn't have hands. Yeah. Nothing shit is here. Everywhere. No, nothing here, guys. Where you find them? Where? Let's go. Where is shit guy? Let's go. Let's go first. Left side. Okay. Oh, it's dark and deep. Deep down. I see some. It's curtain. Soldier. Shield guy, push him. I'm coming. I'm pushing. Push him. Let's go. I'm flanking him. I'm shooting him. I punch him. He's down. He's down. I just punching. One more. No. Sorry for this. I saw suspect. I kill suspect. Chick. Proceed. Let's proceed, guys. Hey, we came I'm fucking here. Coming, man. We came from his back. Yes. So, and kick your ass. We can do it. I'm потерялся. Yeah, in the labyrinth. Oh, we Billy here. Come with me, guys. Come with me. Mm-hmm. He lost in this dungeon. Приятного аппетита. Mm-hmm. Thank you very much. Mm-hmm. Hello. Hello. Who's... You block the I'm проход. I'm mission, what the fuck you call me? Right now. I'm on a mission, what the fuck you call me, блядь? Let's go down. Hello, mom. Be careful, okay, guys. Clear. Oh, no. Not clear? Be careful. No, clear. Here is a door.
Yes. Where yes. is the door? On the other side. I have слезы. Yes, I have. How is it, блять? Raindrops on my eyes. Let's go, guys. Rain. Tears, Rain tears, drops. Блять, tears. Rainbow Six. Yeah, I know this game. Parody for us. Oh. We will already keep moving, guys. Yeah, yeah, I found bad guy. We need to get front. Come with me. I'm coming with you. Yeah, we killed this guy. What? Whoa. This was a cartel soldier. His name is Boris. Right. Cartel Boris, soldier? Yeah, soldier? Boris. Boris Salvadago. It's him. Very Нихуя criminal себе. Scum. Nobody. So, I think we going up to... I think PNV, блядь... What the fuck, man? Well, get down, man! What the fuck, man? Put your hands up in the air! Put your hands up in the air! 3, 2, 1, make some noise! What the fuck, man? Where is his gun? His gun, guys. Gun? Yeah, he don't have a gun. Who he just gun? Had a headset. Headset, alright. He's there. Head. Okay. I see, I hear someone left. Okay. I hear someone left. Okay. Window. Check your ass. Windows. Yeah, I check first. First class. I'm flying first class on this mission. Nothing. It's clear. I'm gap. Yes, I'm gap too. What is gap? Going up. It's short of going up. One man. Get down, man. Get down, man. Man, get down. One more, man. Man, get down. Two men, two men, get down. Get down, man. Oh, he's running on his knees. Oh, you lost a man? You lost a man? It's Ulitsa. One guy arrested. Oh, he have a USA flag. Where are we going? Left? Right? I report you. On his shoulder. I report you, man. It's a flower. Wait, it's... it's clear. Clear? Clear. Breaching in. Okay, shoot guy. Maybe train. Okay. Nice work, careful. Guys. Many people. Many people. It's one is сдается on the center. One is with big rifle run away. This be is maybe it's be bad. Careful, guys. It's bad. I see. It's Batman. Чел впереди далеко метров 50 убежал направо. Which beach gun? Which beat gun? Let's chase him. Yes. I see. Just running. He focus on me. It's okay, guys. It's okay. I'm running you. Okay, I'll kill you. One more. Back behind. Behind. Motherfucker. Я никого не вижу. I cover you. Okay. Два трупа. I killed two guys, but I don't know it's good guys or bad guys. I'm okay. He's fucking me. I'm running. Okay, you're ready. He's almost give me a blowjob, блять. I see the revolver. One more? Maybe yes. Блять, может быть по-русски давайте. Пушки давай. Тоже прячьте. Давайте, да, тут куча, блядь, блин, жмов. Сука, вышел так. Я блядь. Вот здесь кого убил, интересно, хорош? О, это что? Впереди. Убит нахуй. Убит. Ебать, дробовики, блядь. И из-за двери еще стреляют, по-моему, вот из-за этой. С какой? О, слышите, блядь. Открыл дверь, блядь, с какой? Флешка говна. Что, он еще жив? Блядь, флешка! Я прикрываю. Он справа. Я кинул флешку еще. Максим, живи. Он убит, блядь. Бля, я флешку кинул, Максим. Убит нахуй еще один. Чисто. Потери есть? Нет, нормально. Потери нет, блядь. У них опасные стволы достаточно, скорпионы. После того, как мы на русский пришли, у нас английские зрители ушли с канала. Блять, кто-то убил гражданского, это очень плохо. Гражданский мертвый, да, здесь. Вот этот вот. Это крайне херово. Это каждый из вас пойдет под трибунал за эту хуйню. Так записи не было. Давайте мы оружие подсунем ему. Давай, отличная идея. Бля, блин, почему? Так тут светло, типа, нахера здесь ПНВ? Так, и шо, нам на второй этаж? Наверное, да. Тип сверху. Go fuck yourself, он говорит. За дверью враги.
За общей дверью, налево ушел. Так, не понял. Он нас флангирует? Газа флангирует. Да, возможно. Если там есть проход, конечно. Еще один bad guy. Убит. Ебать тут движ, конечно. Со всех сторон лезут. Хорошо. Как тараканы. Увидишь одного, их еще миллион. А я доширак ем. Вкусно? Неверно. Тут есть тут еще Максим. Прям иду. Здесь. Чел? Чел с втором, пистолетом. На втором, ребят? Нет, открывай. На первом, там же, где мы и были. Открывай. Погоди, погоди, погоди. Я забыл проверить на эти. Не, растяжек нет. Открывай, будет требоваться, пристрелю его. Парни, я на втором. На втором на боку не имею. Я тоже на втором. Выебывался, слушай. Это правда. Забавно, а как он выжил первый выстрел, интересно, кто-нибудь в чате мне расскажет? Нормально, нормально. Жизненно важный орган не задет. Не, я прям в упор ему дал первую дробину. Ну, жизненно важный не задет. Я даже сам охуел, если честно. Чат, как это произошло? Тут еще дверей куча, надо быть аккуратным. Вот прям слева от тебя дверь. Я на балконе, парни. Лучше к нам, у нас тут еще чистить и чистить. Ну, мы, в принципе, можем вдвоем справиться. Фу, блядь. Мне руки уже выбили, но пока держу. Ты не попал, нихуя себе потом надо. Сделайте клипас, пожалуйста, интересно. Не вижу, очень-очень темно, ничего не видно. Я просто не понимаю, как в эту дверь можно было вот так вот промахнуться. Готов? Да. Вообще ничего не видно. Впереди есть, впереди, 5 метров. Я с тобой мерз. Я сфлангую. Что-то я что там, что там? Что-то там взорвалось, но я не понял, что, блядь. Ну, растяжка, походу. Да, растяжка. Убит. Да, да, была растяжка. Была. Да, я не умер, кстати. Мне повезло, лол. С дробовиком был, сука. Тут еще одна дверь. Так, парни, ну мы одну часть дома, где второй этаж, мы почистили. Да, да. Понял. It's улица. И тут есть какой-то поворот направо, не уверен, что там не причин. Нет. А, нет. Он задыхается все еще кровью. Ему можно помочь. Надо искусственное дыхание. Понял. Да, давай вниз. Это кислородные пули. Я хотел допросить его просто в будущем. Хочешь дошек? Нет, я пришла спросить, всего ли тебе хватает, может быть, принести кетчупа, майонеза, тамбовского окорока. Не, хватает, но есть проблема. Это с курицей. Не было. Ты обещал, ты спрашивал, хочу ли я говяжий. Ну, он все еще жив, кстати, Максим. Я тебе могу этот срирачи принести. Не надо, пойдем. Тут вроде бы все должно быть, получается. Предательство, это не говорю. Miss is clear. Is clear, guys. Let's go next. А, еще, погоди, направо вот сейчас прям. Огонь! Ой, блядь! Ага. У нас контакт, радуга убит. Этаж. Первый. Вот здесь, значит, да. Патроны кончаются. Я убит. Я убит. Охуеть. А, у меня пушка говна просто, блядь. Нахуй я ее взял? Ну, что могу сказать? Переключитесь на меня пока. Если так вы сделаем. Тоже это видите. Уже. Что видеть? А, нет? У меня мертвый Максим лежит и в такт музыки такой. Тын-дын-дын-дын головой. А, нет. Ну, нет, у нас мы все мертвы. Нужно эквипы менять, это говно просто пипец. Это не эквипы, у нас тяжелая броня. Мы умираем из-за того, что они у нас не, попадают. Я имею в виду, мне пушку надо поменять. Потому что у меня слишком большая дача на пушке. А, ППшки бери. Отлично. Стены слабо пробивают, а в остальном. Да не, мне МК устраивает. Выходи еще, если что. Отойду на пару минут. Ну, можно закругляться, да, можно закругляться. Сейчас, одну секунду. Гольчик, нет желания? Есть. Сейчас я умру где-нибудь. Есть, сейчас я на одну секунду. Так, сейчас будем смотреть, мужики, клипас с камеры, как головы, как я заходил. С дробовика. Так. Одну секунду. Кстати, путем научных изысканий было доказано, что вкус куриного и говяжьего доширака одинаковый. Нет, открывай, будет требоваться, пристрелю его. Так, смотрим. Открывание. Ну и как это? И как это мимо, блядь, смотри. Давай посмотрим. Помедленнее. 0.25. Ну и вот выстрел прямо ему по яйцам, прям в нижнюю часть туловища, смотри еще раз. Видишь? Еще давай. Там Раду пьяный, правда. Вот открывание. Ну и вот, блядь, прямо в него. Гадость. Гадость. На месте. Не-не, ты дал нормально ему в пах.
Но он просто... Стальные яйца у него. Мне парни скинули. Вот это как мы тренируемся в это. Я в тесте скинул. О, привет. Я тебя знаю. Ну-ка. А, он вываливался уже, блядь. Чего? А кто еще на футбольчик-то плюс? А, так вот я ищу. Ну, вряд ли мы найдем, слишком поздно. Да нам парочку и достаточно. Ты и я еще один и все. Еще один и все, так есть Элькор и Муниверс. Не, я футбольчик не особо хочу. А Муниверс? Put your hands up in the air. Есть дрелы, как бы, дрелов мы сможем, блядь, жестко забить. Угу. Флешка, блядь. Это идеальная флешка. Блядь, у меня что, текстур нету, нахуй, что это? Такие текстуры. Алексей, давай уверенно, блядь. Без давай вообще. Без этого девайса давай. Камеры, на футбол, пацаны, давай, короче, блядь. Бы. Ну пойдем. Так вот, блядь, буду заходить. Алекор, пошли с нами в футбол. Не хочу футбол, если честно. Ты играл? Не играл, наверное, сами, да? Ты, наверное, видел. Видел, да. Но я играл один раз. А, ты играл? Ну шо вообще с блеском, с красотой? Префайром. Справа. Куда нахуй, правильно? Просто... На, въебал, прострел. Прострел, въебал. Похуй, блядь. Вот дверь. А, нам бы экран, сори, парни, сори, я забыл. Что, все? Да, а там Алькур умер, так что ничего не знаю. Ага. Ну, погнали в футбич тогда. Погнали, погнали.